Ой, простите. Девушка, а можно не спать на ходу? Ну вы тоже повнимательнее будьте. Ой, простите. Знаете, мы в нашем центре применяем самые передовые методики социальной адаптации детей с аутизмом. И у нас есть и поведенческие программы, и обучение реакциям, и сенсорная интеграция. И во многом все это мы можем себе позволить только именно благодаря вам, дорогие наши спонсоры, дорогие наши помощники. Такси! Я... Напоминаю, что 23 числа состоится благотворительный вечер, на котором мы будем вас с нетерпением ждать. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для нашего центра. Так. Привет, ты прилетела? Я-то прилетела, а ты где? Прости, что не смогла тебя встретить. Я звонила, но ты уже в воздухе была. Да. Ната, я тебе такую квартиру нашла. Правда? Да, бери такси, адрес я тебе сейчас смс-кой пришлю. Поехали. Красавица, далеко ехать? Набережная Тараса Шевченко, 10. О, 2000 поехали. С ума сошли? Ладно, 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 за 1500 довезу. Нет. Ну, ради такой красоты, ну, 1200, а? Ну, дешевле не найдете, а? Поехали. А? Да. Ну все, командир, можем ехать. Да что вы делаете-то? Ну... Так, я не понял, это кто? Вы же сами сказали, я отойду на 5 минут, а сами ушли. Вот я и нашел другого пассажира. Вообще-то я первым это такси занял. Машина была свободна, извините. Мадам, я очень тороплюсь. Я тоже. Понятно, коня нас как у остановит, в горячую избу войдет. Не уступите? Ты даже не подумай, может, вы уступите? Конечно, нет. Может, вам по пути, а? Нет! А что у вас за парфюм? Какая разница? Странное название. Останови у метро. А вам советую насладиться московскими пробками. Спасибо. Сколько с меня? С вас 1000. Да, пожалуйста. Осторожно. На 1000 мы не наездили. Все перепахали. Дальше никак. Асфальт меняют. Спасибо. Новая эра – одна из крупнейших российских парфюмерно-косметических фабрик. Ну, это всем известно. На данный момент ее продукция составляет более 100 наименований парфюмерно-косметической продукции. А точнее? 122. Нужно знать. Да. Александр Константинович, добрый день. Я не ждал вас так рано. А вы у нас? Это кандидат на должность вашего помощника. Полина. Здравствуйте. Вот она что. Ну что ж, пусть кандидат сварит нам кофе. Полиночка, где кофемашина, вы знаете, я вам показывал. Будьте добры, Александру Константиновичу двойной эспрессо с одним кубиком тростникового сахара. Мне то же самое, но без сахара. Хорошо. Быстрее. Как съездил? Вадик, я просил помощника, а не помощницу. Ты разницу улавливаешь? Саша, я знаю, что ты не любишь работать с женщинами. Но в агентстве нет мужчин на эту должность. Они ищут. Один ты меня понимаешь, дружок. Ну что ж, посмотри, что я раздобыл у бушменов. Эфирное масло Бучу широко применяется местными женщинами в парфюмерных целях.
интересно, и? Не-не-не, покажи это технологам, пусть посмотрят, можно ли синтезировать этот запах. Хочешь сделать новую линию? Почему бы и нет? Публика любит все экзотическое. О, смотри, как быстро. Пожалуйста. Спасибо. Вам, пожалуйста. Спасибо, кофе отличный, вы свободны. Полиночка, простите, что я потратил ваше время, но вы можете идти. Когда я могу приступить к своим обязанностям? Никогда. То есть вы, не поговорив со мной, уверены, что я вам не подхожу? Переубедите меня. У вас одна минута. Через 2 минуты пройдет совещание технологического отдела. В 15:30 придет кандидат на должность пиар-директора. Завтра в 18:00 вы приглашены на благотворительный вечер фонда «От сердца к сердцу». А откуда у вас такая информация? Ты сказал? Нет. Поговорила с вашими сотрудниками, пока делала для вас кофе. Так что мне ответить фонду? Ваш компьютер в приемной. Изучите мое расписание и составьте график встреч на неделю. Спасибо. Спасибо, скажите, когда пройдете испытательный срок. Поздравляю. Красавица! Ой, Наташка! Так, а почему чемодан такой маленький? Ты что, с собой наряды не взяла? Ну, какие наряды? Я работать сюда приехала, а не наряжаться. Какая работа в Москве без нарядов? Женщина твоего положения должна выглядеть как? Безукоризненно! Ладно, придумаем что-нибудь. Приоденем тебя. О. Наташка, ты сейчас увидишь квартиру, ты обалдеешь! Так, давай. Оп. Заходи. Ого! Боже! Ну? Что, ну, ты с ума сошла? Мне такая квартира не по карману. Ну-то, красота, а? Так, обижаешь, командир. Я в твой бюджет уложилась. Артурчик, ну, то есть хозяин квартиры, уехал на полгода. То ли в Голландию, то ли в Бельгию, не помню. Очень хотел приличным людям стать. Так это я. Ну, это ты. Смотри, как я обожаю кухню. 3 комнаты, Ната! Сколько? 3? Да куда мне столько? А? Как я таких ворома вообще убирать буду? Объясни мне. Так, ну не захочешь убирать, значит, найдем домработницу. Смотри, это договор. Угу. Ната, ну как я рада тебя видеть. Сколько мы не виделись. Господи, да год, наверное. Я тебя даже по скайпу выловить не могла. Потому что я все время кручусь, как белка в колесе. Ой, да. А я теперь важный человек, между прочим. Я директор по связям с общественностью. Боже мой. Я даже Аньку только на выходные забираю. Гришка твой как? Да что Гришка, уже взрослый человек, живет самостоятельно в Берлине, учится. Ему вообще не до меня, у него там экзамены, семинары, зачеты и так далее. Ничего себе, а? Ой, ладно, мне через 40 минут встреча, да? Я побежала вечером. Вечером? Да, посидим, все как обычно. Да, ключи, чуть не забыла. Спасибо. Все. Так, договор, ключи, все отдала. Все, до вечера, да? Пока. Пока-пока. Спасибо! Да. Здравствуйте. Ой, здрасте. А где Артур? Какой Артур? Да что вы мне здесь дурочку включаете? Так, я не поняла. Где мой Артур? Артур! Да вы кто? Минуточку. Девушка, минуточку. Остановитесь, минуточку, ради бога. Минуточку. Ведь к вам? Нет. Даже никаких документов не предъявила. Ой, Господи. Вы-то ее знаете? Нет.
Так, слушайте, я Леся, Леся, я невеста Артура. А вот по ней сразу видно, что она прохиндейка. Да что же вы так кричите-то? Вы, наверное, просто ошиблись квартирой. Вы же всех в подъезде знаете. У вас живет какой-нибудь Артур? Никак нет. Жил Артур в этой квартире. Но он уехал в Данию. Так что покиньте помещение и не мешайте новым жильцам. Так, слушайте, знаете что, не надо меня трогать. Артур меня любит, он меня ждет. Что вы себе позволяете? Да нет, ну, теперь в этой квартире живу я. Вы уж извините. Так, погодите. Ой. Ой, погодите. Так он что, правда, что ли, уехал? Уехал. Так что покиньте помещение, иначе я сейчас вызову полицию. Да не надо никакой полиции! Да вы что, не понимаете, у меня трагедия! Меня жених бросил! Ну, действительно, не надо никакой полиции, мы сами разберемся, вы идите. Все в порядке. Ну, как знаете. Вы уж простите меня, я даже чаем не могу вас напоить, вон воды нет. И где ближайший магазин, я тоже, к сожалению, пока не знаю. Да нет в ваших магазинах еды-то человеческой. Ну что, я не знаю, что ли? Я ж вот все свое привезла. Домашнее. Ой, Лесь, зачем? Вот, сейчас. Смотрите, какая колбаска. А? Красота какая. Лесь, не надо. Ну куда вы все это выкладываете? Ну, ей-богу. Рыбка. Наливочка. Вот. Вот аджичка. В этом году хорошая получилась. Ну что? Ну что случилось-то у вас, а? Артур к нам в балаклаву отдыхать тогда приехал. А я тогда в президент националь горничной работала. Ну, я так на него пригляделась, я смотрю, такой интересный, аккуратный, брюки так всегда аккуратно складывал. А то, знаете, иногда бывает, зайдешь в номер, а там... Его-то как-то пылесосило. А он мне говорит, не хотите ли вы со мной поужинать? Я прям так аж и подпрыгнула. И все, и закрутилось у нас, завертелось. Он мне говорил, что любит меня, понимаете? Что ждать меня будет здесь, в Москве? Адрес мне, правда, не оставил, так я вот у Серёги администратора все узнала. Приехала сюда, хотела сюрприз ему устроить, шарики. Как дура! Лесь, а у вас деньги на обратный билет есть? Ну, давайте я вам одолжу, а вы мне, ну, потом как-нибудь. Да не могу я обратно поехать. Я уже всем сказала, что я замуж за московского миллионера выхожу. Если я обратно приеду, все с меня смеяться станут. Ну, что ж делать-то теперь? Лесь. Ну, что делать? Что делать? Миллионера нового надо искать. Тем более, их здесь тьма тьмущая. Под ногами вон валяются. Вы серьезно так думаете? Не, ну, в журналах пишут, значит, правда. А вас как зовут? Наташ. А по отчеству? Павловна. Ну, что? Ну, что? Наталья Павловна! Ну, хватит! Ну, перестаньте, я вас прошу, ну... Да как же я ж теперь буду? Ну, что ж мне делать-то теперь? Ну, все, ну, хватит. Ну, Лесь, ну, господи, ну, перестаньте вы реветь. Ну, хотите, оставайтесь у меня временно. В качестве домработницы, я не знаю. Лесь, а? Так это, я пойду? Да куда вы пойдете-то? На вокзал, что ли? Так кран в стояке открою. Чайку попьем. А? Ой. Ой, не могу.
Слушай, ну, ах, божесть. Наташка, а впитывается как? А увлажняет как? Ну, действительно, качественный крем получился, правда. Попробуй молочко. Вот скажи мне, зачем мне покупать иностранное, если у нас у самих такое? Не говори. Никакой логики. А что нам тут Артурчик-то оставил? Ну, перестань, это чужое. У меня вон домашняя наливка есть, держи. О, ничего себе. Это что, это вот эта твоя горе-невеста привезла? Да. Ничего себе, домашняя, отлично. Так давай рюмки. А, чего сидим? У меня тост. Значит, говоришь, что... Лесь твоя решила в Москве остаться, да, чтобы найти себе жениха миллионера. Тихо, ну неудобно, ну прекрати, она в соседней комнате спит. Не, ну ты прикинь, серьезно, я час назад мимо комнаты проходила и слышала своими ушами, как она говорила, спишь на новом месте, приснись жених невесте. А что, может, она найдет? А почему нет? Слушай, кто ищет, тот всегда найдет. Угу. Угу. А я тебе так скажу, в Москве жених водится. Да? Да. Не то, что в нашем родном городишке. Серьезно? Угу. Ну, а что ты до сих пор одна? А мне некогда. Я кручусь, как белка в колесе. Я из этих спонсоров все деньги выбиваю. Знаешь, умираю на работе день и ночь. Среди спонсоров, значит, мужиков нет. Слушай, там как назло все женатые. Угу. А мы это уже проходили. Спасибо, да. Не надо. Да. Так, ну что, дорогая моя. Во-первых, с приездом. А во-вторых, давай за то, чтобы вся Москва благоухала твоим волшебным ароматом. Он того достоин. Да что там Москва? Пусть весь Париж и Лондон, да? Не будем мелочиться. Наталья Павловна, мы очень впечатлены уровнем продаж в регионах. И уж не меньше вашего заинтересованы в продвижении линейки Дурнопьяна в Москве. Но поймите нас правильно, момент для этого сейчас не самый подходящий. Нет, вы не думайте, мы совсем не отказываемся от этой идеи. Вы предоставили прекрасный бизнес-план, и мы уверены в том, что со временем ваша потрясающая энергия, чутье и умение достигнуть цели принесет свои плоды. Со временем? Понимаете, кризис. Люди стали меньше тратить. На фоне импортной продукции у нас очень привлекательные цены. Так что при грамотном рекламном подходе, я думаю, что мы сможем очень быстро поднять продажи. Послушайте, из-за кризиса цены на аренду, на рекламу снижены. Это даже выгодно. К сожалению, нам будет очень непросто выделить вам ту сумму, о которой мы с вами изначально договаривались. Но мы уже увеличили выпуск продукции с прицелом на московский рынок. Склады забиты. Я просто прошу вас, доверьтесь моей интуиции, все будет хорошо. Давайте начнем рекламную кампанию. Учитывая наши возможности и ваши обстоятельства, мы сможем выделить вам половину суммы. Надеюсь, мои коллеги меня поддержат. Ой, Наталья Павловна, я вас умоляю, ну что вы там ходите, как неживая? Знаете, если вот так вот на каждый облом обращать внимание, расстраиваться, то никаких нервов вообще не хватит. Салатик будем с майонезицем, с маслицем. Нет, у меня аппетит, отстань от меня. А я, между прочим, готовлю, стараюсь. И знаете что, Наталья Павловна, я вот со своими добровольницами буду по-человечески. Хвалить их хоть иногда и примировать каждый раз. Привет. Привет. Как дела? Да ты 2 дня назад уехала. Все по-прежнему, денег нет. Не начинай, пожалуйста, я тебя прошу. Я, знаешь, что подумала? А может быть, приостановить модернизацию третьего цеха и вложить все эти деньги в рекламную кампанию, а? Наташ, третий цех ведь на честном слове работает. Ну кто тебе будет эссенции синтезировать, если он встанет? Я про выплату процентов по кредитам вообще молчу. Ты презентацию уже провела, тебе денег не дали? Дали. У меня все под контролем, Дорофеев. И вообще, я считаю, что нам нужно арендовать гораздо больше площади под нашу продукцию. Так что давайте там, готовьте первую партию, через неделю будем отправлять. Вся надежда на тебя. Пока. Всем привет. Пока. Ой. Представляешь, Нина, они мне выделили только половину суммы. Сказали, что кризис. А что я с этой половиной сделать-то смогу?
Я встречаюсь с парой знакомых банкиров, но они вряд ли помогут. Ната, спокойно. Давай без паники, да? Ты начинай свою компанию, а деньги мы тебе подтянем. В конце концов, мы в Москве или где? А в Москве деньги на каждом углу валяются. Ну да, так же, как и миллионеры. Давай, записывай имена и телефоны потенциальных спонсоров. Это что? Это съедобно? Так это ж сырые яйца, Наталья Павловна. Кремлевская диета. Для укрепления роста волос, кожи, костей и напора. Сахар дай мне хотя бы. Я сахар выбросила от греха подальше, Наталья Павловна, вы шо? Угу. Между прочим, все звезды Голливуда уже давно от сахара отказались. Так, Лесь, во-первых, я не звезда Голливуда. Во-вторых, хватит читать всякую чушь. А в-третьих, спасибо огромное за завтрак, но я все-таки лучше пойду. Наталья Павловна, я с вами. Это вообще-то деловая встреча, Лесь. Наталья Павловна, вы, конечно, женщина умная, я вот ничего не говорю. Но в плане обаяния, Наталья Павловна, вообще работать, моя дорогая, работать. Ну, надежда есть. Ну, вы будете с ними так по-умному говорить, а я буду на них смотреть. Вот так. Ой, обалдеть. Ну, я сама справлюсь, ладно? Наталья Павловна, ну так и там поспрашайте у ваших спонсоров. Может, есть кто неженатый? Я бифштекс просил средней прожарки, а не по душу. Простите, я сейчас принесу. Мне нет, не надо, у меня нет времени, и за вас останусь голодным. Ну так вот, Натали, духи хорошие. Я бы сказал, патриотические. Сейчас это важно. Так что, я думаю, ударим по рукам. Я очень рада и очень вам благодарна. Только у меня маленькое условие. Какое? Название. Мне не нравится. Ну что это за дурнопьян такой? Надо переименовать. Например, Мариатта. А? Как вам? По-моему, то что надо? Почему Мариатта? Девочку мою так зовут. Дочку. Да какую дочку? Девочку мою любимую. Ей приятно будет. Вы меня простите, пожалуйста, но название я менять не буду. Люблю все красивое, изысканное, утонченное. Попробуйте это вино. Бордо, урожай 72-го года. Гармоничный аромат. Удивительное дело. Вот первые нотки, они прохладные. А уже потом раскрываются теплом. Фантастика. Я заинтригован. Ну что, давайте послушаем ваши духи. Тонкий аромат, изысканный. Именно тот, в который деньги вкладывать не стоит. Я не понимаю, почему. Дело в том, моя дорогая, что у публики гораздо более примитивный вкус. Будьте готовы к тому, что у вас ничего не получится. К сожалению, Москва – это город не только великих возможностей, но и несбывшихся надежд. Ну и что, подумаешь? О, три раза не подняли трубку, два раза отказали. В этом городе сдаваться нельзя, Натаха. И отступать, кстати, тоже. Да это понятно. Вообще, где твой напор, Натаха? Ты вспомни, это я всегда рыдала, а ты всегда находила выход в любой ситуации. Ну, значит, теперь все будет наоборот, привыкай. Ну, что я могу сделать, если я чужая в этом городе, никому не нужна, но не принимает он меня. Слушай, подожди, а ты Илье не хочешь позвонить? Чего? Он же здесь, в Москве, может быть, и денег тебе даст. По старой дружбе. С ума сошла? А что? Боишься? Чего? Боишься, что былые страсти вспыхнут с новой силой? Какие страсти? Былые. Фантазерка. Это когда было-то? Сейчас у него своя жизнь, у меня своя.
Конечно, я не буду ему звонить, уж тем более деньги просить. Ну, думай головой-то. Фу, какая ты принципиальная. Ладно, хорошо, есть другие варианты. У меня в среду в центре будет благотворительный прием. Там соберется куча всяких московских богатеев. Кстати, у нас Акимов будет, наш генеральный спонсор. Он бы с кем тебя познакомить, а? Ну. Хотя он тебе все равно денег не даст. Почему? Да потому что он твой главный конкурент. Он глава новой эры. Слышала такое? О, ты сама как думаешь? Ну, конечно, слышала. Парфюмерный гигант, лидер продаж. Но вообще так по-хорошему между нами. Выпускают они плохие копии известных ароматов. Однодневки. Фу. А с другой стороны, Натаха, врага надо знать в лицо. И раз в году можно с ним и шампанское выпить. Поэтому, чтобы была в среду, и чтобы была при полном параде. Mm-hmm. Поняла меня? Mm-hmm. Вот, пойдем, что ли, присядем где-нибудь, кофейку выпьем. Чуть ноженьки устали. Лизка, ну сколько можно? Ты минут 40 меня уже красишь. Давай как-нибудь сама по-быстренькому доделаю. Наталья Павловна, я же профессионалка. Я всем своим девчонкам лицо на пати делала. И отдыхающие даже ко мне обращались. Так что я сейчас вот еще вот я блесточек добавлю. Сейчас. Каких еще блесточек? Ты с ума сошла? Ну, освежающих. Так, сейчас. Дай мне зеркало, я хочу посмотреть, что ты мне там наваяла. Давай, давай, да, давай. Да-да-да, вот, пожалуйста. Боже. Так, тихо. Дай, пожалуйста, что-нибудь, чем я могу это смыть. Наталья Павловна, ну... Дай... Ну, у меня вся косметика несмываемая. Ты издеваешься надо мной? Давайте я сама. Я сама. Сейчас. Ты сейчас дыру во мне протрешь? Ну, Наталья Павловна... Ну, что делать-то, ну? Так, давайте, ходи, давайте я припудрю сейчас. Да что ты мне там... Да что ты... Черт! Я тебя убью сейчас. Наталья Павловна... Я в чем пойду-то? В чем я пойду? У меня... Секунду. Это не проблема. Вот. Я для себя платье, для меня... Убью. Вам... Для вас ничего не жалко. Наталья Павловна. Убью! Спасибо. Лесь, сумка моя где? Наталья Павловна, так что вы так нервничаете? Ну, правда. Вон Золушка на бал опоздала, и шо? Принца себе отхватила. Слушай, я уже так опоздала, что можно просто никуда не ехать. Все принцы разбежались. Так это, вы как-то поэффектнее зайдите, там глаз, чтобы горел, грудь вперед. Ой, ой, как хорошо, что такая умная, мне прям повезло. Ага, это, по щекам себе похлопайте, чтоб румянец горел. Ага. Горжусь тем, что могу пожертвовать деньги на благое дело. Наших детей, на наше будущее. Привет. Несмотря ты на даешь. Особенности в развитии. Ты на целый час опоздал. Прости. Я думала, в Москве принято опоздать. Нет, принято, если ты сама спонсор. Но если ты ищешь спонсора, то приходи вовремя. А? Прости. Авраам Линкольн. Акимов. Акимов давным-давно ушел, сказал свои два слова и свалил. Он вообще нигде не задерживается. Почему? Потому что на него все дамочки сразу бросаются, как кошки на валерьянку. Он один из самых завидных холостяков Москвы. Ой, жаль только, что женщинами не интересуется. Да, сейчас этим вообще никого не удивишь. И в этом смысле какая-то трагическая история, говорят, была. Да, то ли его невеста бросила, ушла к более богатому, когда он был студентом, то ли... Ну, в общем, что-то... Ватюшки. В общем, темное дело. Ой, дыма. Здрасте. Знакомься, это Наталья Баранова, моя лучшая подруга. По совместительству гениальный парфюмер. Да ладно. Дымов, можно просто Виталий? Да все я про вас знаю, Виталий Никитич. Вы профессор, вы нашу Анюту в центр устроили, сами всем занимались. Очень приятно с вами познакомиться, товарищ Дымов. Взаимно. Да, это он. Дымов у нас главный психолог. Уж куда бы мы без него? Да, но мы без тебя никуда. Нина, я хочу поднять тост за Нину. Мало того, что она великолепный сотрудник, она еще очень красивая, ну, да. То есть, не просто красивая, она, то есть, в общем, я хотел сказать, то есть, хочу, господи, не умею я тосты говорить. Мы уже поняли, да? Ладно, короче, понятно, за меня. Приветствую, Нинель. Привет, дорогой. Да, давай, давай, давай. Дыши, Дымов, дыши. Пойдем-ка я тебя с ним познакомлю. Олеж,
Знакомься, это Наталья Баранова. Моя лучшая подруга. Помнишь, я тебе говорила? Здрасте. Олег. Очень приятно, Наташа. Олеж, ну ты же гений пиара. Ну помоги Наташке, она как раз продвигает свой новый продукт на рынке. Я не могу, завален работой. Олег, ну пожалуйста. Ну ты же знаешь, я тебе потом кучу клиентов подгоню. Ну ладно, ладно, только ради тебя. Ну ты мой дорогой, ну спасибо тебе. Так, я вас оставлю на время, ладно? Сейчас, подожди. Пойдемте, я вас познакомлю с человеком, о котором я все время вам рассказывала. Так, ну, рассказывайте о своей продукции. А это парфюмерно-косметическая линейка «Дурнопьян». «Дурнопьян», «Дурнопьян». Мне нравится «Дурнопьян». Русский аромат. Да. Сейчас это модно. Да. Работаем в исконно-посконной стилистике. Что это значит? Это больше трэша и угара. Понимаете? Духовные скрепы. Карнавальном антураже. Не берите в голову, это все на мне, все на мне. Все сделаю, не волнуйтесь так, не волнуйтесь. Дорогуш, мы не такие проекты заваливали. Дурнопьян. Дурнопьян. Ниночка, вам невозможно отказать. Свяжите завтра с своим помощником и дайте ему детали вашего счета для перевода денег. Иван Ильич, вы наш добрый ангел. Ваня, нам пора. Я очень была рада вас видеть. До свидания. Всего хорошо. Вот кто? Ой, господи, Наташка, ты что, с Гиреевым уже договорилась? Ну, практически. Ты в курсе, какой у него гонорар и планы в громадье? А спонсора я до сих пор так и не нашла. Чего найдешь? Главное, начать. Что у тебя с Дымовым? С кем? С Дымовым? Ты что, с ума сошла? Мы с ним 100 лет друг друга знаем. Работаем вместе, встречаемся каждый день. Мне иногда кажется, что я его вообще уже видеть не могу. Ну, хороший мужик. Ну, и орел. Мне кажется, он такой милый. Он чешет с шампанским к тебе. Глаз на тебя положил, я тебе говорю. Девочки, может, шампанского? Я с удовольствием. Ну и куда ты поставил эту березоньку? Ну ты не видишь, вся композиция сыпется. Переставь на 5 сантиметров на себя. Стоп, чуть на меня. Вот, вот, видишь, совсем другое дело. Ставь вторую. Девочки-модели, вы переоделись? Вот, умницы мои. Ой, мои красавицы. Возьмите тюбики и походите здесь. Я посмотрю, как вы будете презентовать нашу продукцию. Да, так, хорошо. Умницы, умницы. Несите себя. Гордо, гордо несите себя. Гордо несите «Дурнопьян». Вот. Молодцы. Микрофон работает? Так, раз, 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 раз. Господи, 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 слышишь ли ты меня? Господи, господи. Господь не слышит меня. Я сам себя не слышу, потому что микрофон не работает. Нужен звукотехник. Нужен звукотехник. Олег, простите. Олег, там еще шампанское привезли. 10 ящиков. Я надеюсь, хватит. Что значит хватит, дорогущая французская? Наталья Павловна, сегодня вечером сюда придут приличные люди. Я пригласил весь бумон. Придут бизнесмены, журналисты, парфюмеры. Чем мне их угощать? Приличным шампанским или пойлом, которому цена косарь? Слушайте, я все понимаю, но просто меня в принципе вот это все смущает. Наталья Павловна, я вас Христом Богом молю, пожалуйста, не мешайте мне работать. Я 3 сутки без сна из-за вашей презентации. Я всего себя вложил в нее. Вы мне предъявляете какие-то претензии. Почему вы не переодеты? Почему вы не причесаны? В смысле? Что в смысле? Вы в этом будете? А в чем? Так, Наталья Павловна, вы меня без ножа режете. Вы хотите сказать, что на презентации вы будете вот в этом ужасном, да? Вы лицо нашего аромата. Ну ничего. Ничего, Олег обо всем позаботился. У Олега есть для вас костюм. Пойдемте, я вас переодену. Да у нас очень мало времени. Пойдемте. Давайте не будем украсть на эту юрту, Олег! Господи, ну почему до сих пор никого нет? Ну, почему? Потому что это Москва. Тут никто никогда не приходит вовремя. Здесь это считают дурным тоном. Мне ужасно неудобно в этом образе Кармен. Поверь мне, ты выглядишь просто бомбически. Бомбически. Я уже нервничаю. Оля, здорово, Олега! Привет, брат! Здорово, привет! Здорово!
Анжелочка. Здравствуйте. Заходите в девчоночку. Давайте проходите, пожалуйста. Тихо. Здорово. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Проходи. Все будет бомбически. Бомбически. По какому поводу туса? Понятия не имею. Меня Олежек Гиреев пригласил, сказал, есть вариант нормально тусануть. А где сам Гиреев? А, там где-то. Простите, пожалуйста, пропустите. Добрый вечер. А? Простите, вы Наталья Баранова? Да, я. Я хочу поздравить вас с новым ароматом. Вы знаете, ваш дурнопьян просто... просто прекрасен. Это чудо, когда встречаешь такой аромат, особенно нашего отечественного производителя. Вы серьезно? Очень приятно, да. А вы какое-то отношение имеете к парфюмерии? Нет, я менеджер строительной компании. Просто люблю духи. Угу. Шампанство? Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. За ваш будущий успех. А вы делаете все это из натуральных ингредиентов? А, ну, конечно, только из натуральных, причем российских. Вы знаете, большинство из них мы синтезируем в уникальной лаборатории, прямо на базе нашего завода. Это помогает нам удерживать цены. Хороший ход. Да. Что вы делаете? Перестаньте, пожалуйста, мне не надо. Ну, пожалуйста, отдайте сюда, да поставьте его, не издевайтесь, дайте. Игорь! Так. Ну, отдай! Так, лакончик на место поставили. Что за фигня? По-моему, пора валить! Гиреев, где? Да вон! Поехали! Давно пора. Наталья Павловна, что это за безобразие? Ну, простите, первый блин комом. Но мне все равно придется рассказать об этом моим партнерам, а я еще вас поддерживал. Да, я понимаю. До свидания. До свидания. Уважаемый... Олег, объясните мне, что происходит? Кто все эти люди, Олег? Где журналисты, где парфюмеры, где потенциальные спонсоры, акционеры? Где они все? Вы обещали их пригласить? Ну что, мне их заволочить, что ли, сюда притащить? Вы в Москве без году неделю. Вот так все сразу к вам и пошли. На души нас дурнопьяным. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Вообще, представляете, сколько денег я на это все потратила? Прежде чем получить, нужно отдать. Это футболисты так учат. Знаете что? Вы уволены, ясно? Слава богу, хоть не нужно будет рекламировать ваш этот пьянтур. Карточки не принимаем. Почему? Терминал сломался. И что прикажете делать? Вот так встреча. Здравствуйте. Вы за мороженое платить будете? А давайте я вам завтра 3 рубля принесу. Мне все так говорят. А я потом за всех за вас и своих должна доплачивать, да? Это для вас 30 рублей не деньги, а для меня... Возьмите, пожалуйста, за 2. Спасибо. Я вам верну. Да нет, не надо. Насколько я помню, я как раз должна вам одно мороженое. До свидания. До свидания. Господи, опять вы?
Только не надо меня провожать. Да вас никто не провожает. Я иду к себе домой. И менять свой маршрут из-за вас я не собираюсь. Кстати, как вас зовут? Меня Саша. А я не вижу причин с вами знакомиться. А я уже насчитал целых три. Первое. Мы с вами явно живем по соседству. Второе. Мы оба любим крем-брюле. И третье. Вы шикарно выглядите. Ну и потом дама в элегантном платье, с вечерней прической, одна, на улицах ночного города. Либо возвращается после свидания, или, что больше похоже на истину, желает познакомиться. Глупость какая. Да вы про первую, вторую или третью причину? Нет, а мне даже интересно. Почему это вы решили, что я хочу познакомиться, а не возвращаясь с шикарного свидания? Все очень просто, вас никто не провожает. А я отказалась от провожатых и новых спутников себе не ищу. А чем же я вам так не угодил? Ну, на это есть как минимум три причины. Во-первых, вы нагрубили мне в аэропорту из-за мороженого. Потом пытались хамским образом высадить меня из такси. Ну и третье, основное. Я вам уже давно сказала, что я не хочу с вами знакомиться, а вы продолжаете надоедать. А вы так не беспокойтесь. Никто не собирается вас отбивать от вашего глупого женского журнала, с которым вы скоро будете засыпать в обнимку. Ну, вы тогда тоже не волнуйтесь. Вашему союзу с пивом и телевизором ничто нынче не угрожает. Шампанское 132 тысячи. Кошмар. О, фуршет 200.
Услуги модельного агентства. Ой, какой ужас, я не могу на это смотреть. Это что? Омлетик. А чего он такой белый? Так это, желтки ж вредно, вы что не знали? А белочек для организма очень полезно. Это где ж ты такую полезную информацию-то вычитала? В своих журналах, что ли? Тогда здоровые новости. Ты его хоть солила? Да нет, конечно, Наталья Павловна. Ну вы что, не знали, что соль – это белая смерть? По-моему, ты говорила, что сахар – это белая смерть. Ну, тогда и соль, и сахар. Только сахар сладкая, а соль соленая. Знаешь что, после вчерашней презентации мне все равно смерть. Так уж лучше сладкая. Попробуйте новый аромат, не проходите мимо. Девушка, попробуйте новый аромат. Девушка, не проходите мимо. Дурнопьян. Новинка месяца. Может быть, вы попробуете? Оригинальный запах Духа Советов. Приглашаем на премьеру нового российского аромата. Попробуйте и не пожалеете. Девчонки, ну это никуда не годится. А что вас не устраивает? Меня не устраивает то, что с самого утра ни одного флакона не продано. Ну, на нашу работу никто не жаловался вообще-то. Вообще-то мы профессионалы. Сказать честно, ваш аромат... Девушка, может быть, вы? Как ни рекламирую, никто покупать не будет. Он для Москвы... Попробуйте. Как бы это ни обидно сказать, простоват. Серьезно? Как вам? А я смотрю, вы во всем очень хорошо разбираетесь. Да. Значит, не будут покупать, да? Простоват. Смотрите внимательно, как надо работать с клиентами. Не по схеме, а с душой, с индивидуальным подходом. Девушка, можно вас на секундочку? Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Баранова здесь живет? Здесь. Мне для нее приглашение. О, приглашение, это хорошо. А что за приглашение? Куда нас приглашают? Ну-ка, давайте сюда посмотрим. Вы Баранова? Ну, Баранова, что не видно, что ли? Так, ну все, давайте, все. Ага, спасибо, до свидания. Так. Ну что, ежегодный бал Российской ассоциации парфюмеров, да-да-да, дресс-код, фуршет. Ох ты ж, елки-палки. Все, что там дальше, уже не важно. А если вы хотите усилить эффект, возьмите, пожалуйста, еще молочко для тела. Удивительно нежное, не пожалеете. Всего доброго, до встречи. Оп. Оп. Позвольте вам предложить совершенно новый аромат. Интересный, правда? А вот здесь представлена косметическая линейка с этим ароматом. Изучайте, смотрите, наслаждайтесь. Если понадобится моя помощь, я рядышком. Хорошо? Ой, давайте я вам помогу. Спасибо. Так. Наносим буквально две капельки на запястье. Ждем две минутки. И аромат раскрывается удивительным образом. Поначалу он, конечно же, терпкий. Mm-hmm. Но потом он становится невероятно нежным. Привет. 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 А вы знакомы? Да, мы работали вместе. Вместе работали. Наташа, Светлана. Приятно. Мне тоже. Вы знаете, я возьму ваш аромат. У моей бабушки скоро день рождения. Я вот думаю, ей понравится. Обязательно понравится. Взять? Бери, бери. Все. Я не знал, что ты в Москве. Сюрприз. Почему не позвонила? Ну, сам видишь, такое качество работы просто закрутилось, извини. Ну да. Я вижу, у тебя все неплохо. Да, все хорошо. У тебя тоже вроде как сложилось, да? Ну да. Хорошо выглядишь. Спасибо, ты тоже. А почему ты не отвечал на мои звонки? Я сейчас. Все. Возьми еще один, пожалуйста. Тоже для бабушки? Себе. У меня с ними много воспоминаний связано. Счастливых. Что, пойдем, любимый? Я сейчас, Свет. Подожди меня в машине. Сейчас я. Это некрасиво. У нас с тобой разные представления о прекрасном. Хотя в чем-то схожи.
А ужинаешь со мной сегодня? А жена твоя не против будет? Свет, не жена. Ну, это не важно. У меня все равно очень много работы. Я не смогу, прости. Ну, тогда завтра. Черт, прости. Тоже по работе. Алло, я была рада с тобой повидаться. Я тоже. Пока. Да. Привет. Я позвоню. А что у нас с голосом? Сейчас расскажу, секунду. Алло. Наталья Павловна. Ну, нужно ж вечернее какое-нибудь роскошное платье. Там же ж дресс-код с галстуком. Все дела. В общем, я у вас... В гардеробе ничего подходящего не нашла. Я вот что подумала. Думаю, может, в магазин сходить и новое что-нибудь купить, а? Лиза, я ничего не понимаю. Какое платье? Какой галстук? Да я же вам говорю, что приглашение принесли на бал российских парфюмеров, Наталья Павловна. Сегодня вечером. Я никуда сегодня не пойду. Мне не до этого, лезь. Да? А, ну хорошо. Наталья Павловна, я вас поняла. До свидания. Так. Я снова с тобой. Ну? Ты представляешь, я только что Илью встретила. Инка, мне так плохо. Ой, спасибочки. Смотри, вон какая красота кругом. Не расстраивайся. Такая смешная, не расстраивайся. Гиреев твой меня подвел. Акционер мне чуть голову не оторвали. Промоутеров наняла, а они работать не умеют. Сегодня продавала сама. Ну, как могла. 23 флакона. Спонсора так и не нашла. О, сколько поводов для радости. Ну и не вижу никакой катастрофы. Голова твоя на месте. Промоутеров смени. А с Гиреевым помирись. Ни за что. Помирись, я тебе говорю. Он хоть и с причудами, а все равно человек полезный. А спонсоры, знаешь, это такое дело. Они сегодня нет. А завтра смотришь, и человек 10 набегут. О, да, да, конечно. Слушай, а что у тебя с Ильей, а? Ничего. Нет, ну так неинтересно. Рассказывай. Не, ну я же не какую-то дешевку продаю, понимаете? У меня высококачественная парфюмерия для успешных женщин. И, между прочим, у меня все ингредиенты натуральные, вот чтобы вы понимали. Ладан, цветочная пыльца, потом этот самый, как его, мускус. Настоящий мускус? Да. А где вы его берете, Наталья Павловна? Не, ну я же не сама его добываю, куда ж мне знать. Мне ассистенты приносят. Ой, слушайте, а что у вас шампанское такое несладкое? А прям пить невозможно. Ну, понятно, организаторы решили сэкономить. Вы знаете, я вам сейчас визиточки свои раздам. Вот, пожалуйста, возьмите. Тут все написано. Пожалуйста. Пишите, звоните, обращайтесь, если что. Как говорится, и запомните, что моя парфюмерия называется «Дурнопьян». Через месяц какой модный журнал не откройте, везде будет реклама. «Дурнопьян must have». Ну, ты даешь. Я думала, ты его уже забыла. Что значит забыла, Нина? У меня за всю жизнь было 2,5 мужика, включая Дорофеева. Климов — единственное хорошее, что в моей жизни произошло. Было бы мне, ну, хотя бы лет 35. Лучше, конечно, 28, но хотя бы 35. Другой был бы разговор. Слушай, Натах, кончай ты эту свою песню, а? 25, 28. Слушать тошно. Сына вырастила, учится в Германии. Сама красивая, эффектная, на хорошей должности. Какая разница, сколько тебе лет? Живи, пока живется. И люби своего Илью на здоровье. Люби? Люби. Он не один в магазине был. Он с девушкой пришел. Молодая, красивая, лет 25, не больше. О, подумаешь, с девушкой. Слушай, ну девушка не стенка. Можно подвинуть, если очень хочется. Да не хочу я никого двигать. Но я что, сама не понимаю, что с ней он может быть счастлив? Эта молодая, красивая еще детей ему родит, и будет у них нормальная семья. А я... Знаешь, Над, ты все это сама себе напридумывала. Твой Илья, между прочим, к семейной жизни не очень-то и стремится. Ему сейчас сколько? 30-ник. Хотел бы, давным-давно бы уже женился. А с тобой у него все очень серьезно было. Ну, мне так кажется. Было.
Понимаешь, ключевое слово «было». Было, значит, прошло. Но чего сейчас-то об этом разговаривать? У каждого своя жизнь. Давай больше к этой теме не возвращаться, я тебя очень прошу. Натали, на этом приеме вы самая очаровательная женщина. Спасибочки. А вы знаете, мне это на каждом шагу говорят. А вы где работаете? Я директор банка. Ой. Аркадий. Очень приятно. Аркадий, а что же это вы без супруги пришли? Или что, оставили ее где-нибудь одну скучать? А я не женат, Наташенька. Я смотрю, у вас тоже кольца нет, так что вы знаете, как это бывает. Работаешь с утра до ночи, а на личную жизнь совсем времени нет. Ну да. Ой, официант, молодой человек, можно вас? Да. А знаете, Аркадий, а давайте с вами выпьем за наше знакомство давайте. На этом шикарном банкете. Позволите на брудершафт? А это как же ж? И непременно до дна. Ой, ну давайте. Аркадий, ты шустрый какой нашелся. Наташенька, я же с самыми серьезными намерениями. Вы мне очень нравитесь. Вы такая... Я бы на вас женился, честное слово. Ой, ну вот это уже другое дело. Возьму отпуск. Поедем на Канары. А как же банк? Ну, я ж там не один своим занимаюсь. У меня ассистенты есть. Аркаш, закруглись, а шеф уезжает. Наташенька, мне пора. Дело. Я вам позвоню. Молодой человек, погодите. Скажите, а какого банка директор, а? Кто, Аркаша? Да. Девушка, вы ошиблись. Он тут директор. Директор вон, идет. А этот, который меня сейчас кадрил, тогда кто? Охранник его. Вот же ж гад, а! Охранник, ведь сейчас устрою. Вот же ж гад, а! Так, а ну-ка пропустите, ты посмотри на него. Аркадий, ну-ка стой! Я тебе что, я поняла, худра какая? Я тебе сейчас устрою! Ой, я... Помогите! Да! Да, ну, помогите! Господи, да что вы растрезвонились, как малахольные? Открываю! Вы кто такая? Да известно, кто такая, а вы чьих будете? Я? Меня зовут Таисия Константиновна. Я мать Натальи Барановой, которая, по моим сведениям, живет здесь одна. А, кстати, где она? На работе. А где же еще? А вы что здесь делаете? Вообще-то я тут живу, если что. Между прочим, я Наталья Павловна, домоуправительницей. Домработница, вы хотите сказать? Ну, я вижу, моя Наташа совершенно не способна организовать свою жизнь, и вы абсолютно не справляетесь со своими обязанностями. Это пыль. Так у меня вот как раз на повестке дня генеральная уборка. Ну вот я как раз и проконтролирую. А вы к нам надолго ли? А вас как зовут? Леся. Леся, mm-hmm. Леся. Леся, вот я придерживаюсь такого взгляда, что прислуга не должна задавать лишних вопросов. А теперь бы я вас попросила сделать мне кофе и принести свежую газету. Леся. А нижнюю нотку уловили? Такая слегка сладковатая. Ты есть дурнопьян. Да, действительно. Очень интересный аромат. Да? Такой душевный. Беру. Давайте. Прекрасно. Спасибо. До встречи. Вот этот пьянодур стоит.
Дурно пья. Девчонки, подарок ищите? Кому? Маме, учительнице? Мы для себя. Дурно пьян — это офигенная штука. С нее так башку рвет. А вы случайно не Наталья Баранова? Я? Да, что? А можно мы с вами сфоткаемся? А, можно, конечно. А зачем? Что случилось? Вы же теперь звезда Ютуба. Что? У вас 100 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков. Давай еще вот это возьмем. Давай, и вот это. Угу. Пошли, пошли. Спасибо. Лесь, ты дома? Ее нету. Мам, а ты чего здесь делаешь? Я думала, ты в санатории. Что-то случилось? Наташа, я знаю, что ты не рада меня видеть, но могла бы сделать хотя бы вид. Мамочка, я очень рада тебя видеть. Просто я не понимаю, почему ты мне не позвонила? Я могла бы тебя встретить. Чего хочешь? А Леся где? Я послала ее в аптеку за валокордином. Боже мой, мам, зачем тебе валокордин? Тебе что, с сердцем плохо? Ну, давай тогда врача вызовем. Не надо, не надо никакого врача. Они все мошенники. Вот ты мне скажи, что это? Что? 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 Ну, что ты так волнуешься? Провинциальная парфюмерша Наталья Баранова завоевывает Москву. А действительно, что это? Наташа, что случилось с тобой? Ты забыла всякий стыд. Я не узнаю тебя, Наташа. Вот это неопровержимое доказательство твоего позора. Это какая-то ерунда, недоразумение. Таисия Константиновна, в общем, это, валокордина не было, так я вот кроволочек взяла. Наталья Павловна, здравствуйте. Мам, я не понимаю, это как, вообще я никуда не падала, это не я. Нет, это ты, это ты. Ты еще в таком неприличном платье. Хорошее платье, между прочим, очень подчеркивает фигуру. А у Натальи Павловны с фигурой все в порядке. Наташа, ты почему позволяешь своей домработнице встревать в разговор? Я тебя прошу, не кричи, я очень устала, я целый день работала. Я знаю, как ты работаешь. Это субредка тебя покрывает. Так знаете что? Вот давайте вот обзываться вот не надо, субредка. Ага. Молчи. Вот значит как, да? Вы что вообще делаете? Прекратите немедленно, ну. Не подумаю, кто скажет тебе правду, кроме меня. Это просто невыносимо. Здравствуйте, готов вернуть долг. Что? 30 рублей за мороженое. Только вас мне сейчас не хватало для полного счастья. Черт. А кого разыскиваем? Никого, а что? Мой любимый кулон. Хоть вешайте. А нет, лучше топить все. И средств специальных не потребуется, и река рядом. Ой. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Нет, правда, спасибо. Пожалуйста. Ладно, я пойду. Все-таки топиться. Хотя домой мне сейчас нельзя. А пойдемте, я вам покажу одно прекрасное место. Если топиться, то только там. Пойдемте. Ну что, полегчало? Или, может, еще было кардинчику, а? Леся, не шокайте, я этого слышать не могу. Ой, тю, какие мы фельдеперсовые. Ну, вам этого не понять. Где Наталья? Где Наталья? Я с ней не закончила. Боже, как она могла? Как она могла? Господи, ну что вы, честное слово? Я не так ее воспитала. Ну, так она ж вам сказала, что это не она. Господи ты, боже мой. Ну что, ее на том приеме не было? Ну вы поглядите, тут даже ноги-то какие-то другие. Ноги действительно другие. Какие-то толстые и некрасивые. Это что еще значит толстые? У меня не толстые, но... Ой, Таисия Константиновна, вы, наверное, что-то не так... Что ты сказала? Да вы не правильно... Я тебе... Что? А? Что?
А вот это место. Смотри, какая красота. Здорово, мужики. Ну как, много наловили? И ты будь здоров. Ба, какая красота. Утопиться хочет. Проинструктируете? Да что вы, лапушка. Как зовут-то вас? Наташа меня зовут. Наташенька, вот если вы утопитесь, я прыгну за вами. Я отказываюсь жить на этом свете без вас. Да посмотрите, какой день прекрасный. В Москве, конечно, жизнь не сахар. Но, говорят, скоро все наладится. Вот, 4-й транспортный скоро откроют, пробки исчезнут. Программа озеленения, опять же, а? Опа, у меня клюет. Может, хотите вытащить меня? Давайте, давайте, давайте. Нет, я не хочу. Попробуйте, давай, давай. Ну, неужели в этой воде еще что-то живое водится? А вот, сейчас и проверим. Ну, да. Да? Клюет, подсекайте же. Давайте. Вот она! Хорошо! Господи, она бьется! Подождите, подождите, помогите мне, пожалуйста! Снимайте ее скорее и обратно в воду кидайте, я вас прошу. Желание дамы для нас закон. Петюня, сегодня мы опять без ужина. Ой, осторожно, теперь крючок. Вот. Сейчас. Ветер, ветер. Опа, все, есть. Заберите у меня, пожалуйста. А я, между прочим, рыбу сейчас поймала. Вот так. А еще вчера я не могла даже подумать, что в Москве может быть так хорошо. У каждого своя Москва. И каждому бывает плохо. А потом хоп, и жизнь налаживается. Так, 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 слышите музыку? Где, где? Ну-ка. Опа. Ага. А давайте потанцуем. Я не умею. Я гарантирую прилив эндорфина. Нет. Я тоже не умею. Давайте поучимся. Нет, ну давайте, неудобно. Давайте, но... давайте, попробуем. Вот как хорошо. О, уже хорошо, да? Да, да, вот, вот, видите, все получается. Да? Да. О, да. Да? Да. Если в очередной раз вдруг надумаете топиться или вешаться, вы знаете, к кому обратиться. Позвоните мне, обсудим варианты. Хорошо. Тогда наберите свой номер. Зачем? У вас высветится мой. А у вас останется мой. Не переживайте. Вы все равно позвоните первое. Не дождетесь. Алло. Лесь. Спасите, помогите. Алло. Простите, пожалуйста, мне нужно бежать. А, большое спасибо за прогулку. Да-да, всегда к вашим услугам. Где ты была, Наташа? Я гуляла, мама. А где Леся? Ты гуляла. А знаешь, какую змею ты пригрела на своей груди? Знаешь, что за ехидна живет с тобой под одной крышей? Леся как-то попала на телефон, и она просила о помощи. Мам, где Леся? Под арестом. Наталья Павловна! Ты что, ее в ванной заперла? Мам, ты с ума сошла? Ты только представь себе, твоя прислуга упала в бассейн и опозорила тебя на всю страну. Кто, Леся? Ты должна ее уволить немедленно. Ничего не понимаю. Ключ дай мне, пожалуйста. Мам, дай мне ключ. На. Наталья Павловна, миленькая, не выгоняйте меня, пожалуйста. Ну, я правда туда вместо вас пошла. Я ж думала, я жениха там себе найду. Ты серьезно моим именем назвалась? Я хотела как лучше. Я там эти карточки раздавала.
вообще соображаешь, но это уже ни в какие ворота. Ну, чтобы вам польза была. Собирай свои вещи, чтоб через 5 минут твоего духу здесь не было. Мама, ладно, ну не кипятись. Ну, куда она пойдет на ночь глядя? Не знаю куда, пусть идет куда хочет. Не вы меня на работу брали, не вам меня и выгонять. Она бесстыдно, грязно, подло воспользовалась тем, что ты совершенно не приспособлена к жизни. Я? Да что вы говорите? Что вы мелите вообще? Ничего не бесстыдно, не подло и не грязно. Гнусно и подло. Да неправда! Все, я вас очень прошу, обе замолчите, у меня голова гудит. Если бы в этом доме был мужчина, он сказал бы. И что же он сказал бы, мама? Я не знаю, что он сказал бы. Важно, что сказал бы так, что его все послушали бы. О чем ты только думаешь, Наташа? Я, мама, думаю о том, как повысить продажи. И ты мне подала шикарную идею. Доброе утро. Вы меня помните, я Наташа. Ну как же такую красавицу забыть-то? Подскажите, как вас зовут? Миша. Миш, вы что сегодня вечером делаете? Для вас, Наташа, все. Нет, нет, вы меня неправильно поняли. У меня к вам деловое предложение. Как у вас сегодня со временем? Да времени как раз у меня вагон. Жена из дома выгнала. У Шури на Петюне живу. Да вы видели его вчера, мы рыбачим тут вместе. Так, а если я помирю вас с женой? Да, а как же это? Ну, моя забота. Я вам помогу, вы мне. Идет? Ну, допустим. Минуточку. Алло, Олег, здравствуйте. Это Баранова беспокоит. Узнал, узнал. Да, видел ваше видео, деточка. Колоссальный духовный рост. Впечатлен, впечатлен. А скажите, вы все еще сердитесь на меня? Ну, конечно же, я на вас еще сержусь, потому что вы запороли мою презентацию. Но если вы мне окажете небольшую услугу, я, так и быть, перестану на вас сердиться. Поможете? Давай, старик, ну не жди, давай, прикладывай. Mm-hmm. Вот. Ну как? Да хорошо. Стравить будет. Ну, Вера, убирай, не надо. Плохо, это плохо. Это плохо, убирай. Какова, бери, доставай. Ага. Белый, ну что, ну школьник, что ли, какой-то, на работу пришел. Да, убирай, не надо. Я понимаю, ты главный, я тебя понимаю. Сейчас, гляньте, вот это, гляньте. Да, все, оставляем. Этот оставляем. Да, хорошо. Поскольку ваши черты лица несколько напоминают черты Моники Белуччи, именно вот этот запах момент обязательно вам подойдет. Касса вон там, пожалуйста. Почувствуйте пьянящее очарование. Пьяно. Прелестница. Я желаю подобрать аромат, достойный вас. Вы настоящий цветок. Смотрите, вот этот аромат, он состоит из винограда, выращенный в итальянском Ченто, плюс помноженный. Девчонки, хорошо ребята справляются, да? Облепиховое дерево. Конечно. Если каждой старой грымзе объяснять, какая она особенная, то она и воду из-под крана купит. Молодую энергию, да? А вам, милая барышня, смотрите. А знаете что? Я завтра же позвоню в ваше агентство и скажу, что больше не нуждаюсь в ваших услугах. Так что можете считать, что вы уволены. Да ради бога. И можно совет на будущее? Если вы не перестанете плохо относиться к людям, то сами скоро, очень скоро превратитесь в старых грымз, потому что вся ваша злость отражается на лице. Спасибо за совет. Пойдемте, девчонки. Всего доброго. До свидания. Мариш, а ты что тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Вообще-то мне Петя позвонил, сказал, что надо встретиться.
вы, наверное, Марина. Здравствуйте. Да. Меня Наташа зовут. Дело в том, что я попросила вашего брата Петю и вашего мужа Мишу мне помочь. И они любезно согласились. А значит, ты теперь тут помогаешь, да? А ничего, что дома антресоли не разобрано? Как, нормально все? Маришенька, хочешь, вот я сегодня вечером домой приду и все что угодно разберу? Ну, давай. Мариночка, я вас очень прошу, вы не сердитесь, пожалуйста, на Мишу. Он у вас замечательный. Ваш муж действительно очень меня выручает, поэтому мне хочется сделать вам удивительный подарок. Это эксклюзивный набор парфюмерии и замечательной косметики по уходу за кожей тела и лица. Спасибо вам большое. А что это за фирма такая? Никогда раньше не слышала о ней. Солнышко, а я тебе сейчас объясню. Так. Ну, как вам? Это все не то. Как не то? Это же почти точная копия французского нарцисса. Нарцисс, когда слушаешь, там сразу видишь, как кто-то гуляет по набережной Сены. А у нас как? Я тоже хочу любви, тоже хочу прогулок, какого-то флирта, понимаете? Ну, танцев каких-то, в конце концов. Это понятно? А какой, извините, запах у флирта? А кто у нас главный технолог? Вы. Вот и выясняйте, какой запах у флирта. Работайте, работайте. Что это с ним сегодня? Наташа, добрый вечер. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте еще раз. Ну вот, у вас настроение сегодня явно лучше, чем вчера. Да, вы знаете, был удачный день. Да, жизнь, она полосатая. Предлагаю продолжить белую полосу дружеским визитом ко мне в гости. Такой банальный ход. Ну, отпразднуем. Завершение хорошего дня. Не получится. Очень много дел занято. Угу. Соглашайтесь. Немного выпьем, потанцуем. Вам вообще слова нет, знакомо? Вы что обо мне знаете? Может быть, я не свободна? Может быть, я замужем? А нет, вы точно не замужем. Что? Как видите, я различаю значение частиц в русском языке. Наташа, вы мне очень нравитесь. И я вас приглашаю в гости только потому, что хочу с вами поближе познакомиться и провести приятный вечер. Да. Ну зачем сразу из этого строить какую-то Вавилонскую башню? Вы молчите и проигрываете. 1-0 в мою пользу. Вы с ума сошли? Ну, возможно, сошел. Тогда лечитесь. А если вы лечить меня можете, только вы. Еще один банальный ход. Да. Леся, ты слишком много льешь масла. Так это же зажарочка для борща. Ты совершенно не умеешь готовить. Сейчас я тебе дам приправу хорошую. Тась Константиновна, так вы сначала попробуйте, а потом уже говорить будете. О, Наталья Павловна пришла. Наташа, что с тобой? Ты не заболела? Я здорова, мама. Просто я очень зла. На кого? А это не важно. Наташа? В отличие от меня, ты очень плохая актриса. Ты совершенно не умеешь врать. Мамочка, оставь меня, пожалуйста, в покое. Таисия Константиновна, а вы что, правда артисткой были, да? Не шокой, Леся. Не артисткой, а актрисой. Мне прочили большое будущее, но потом я родила неблагодарную дочь, и на этом моя карьера закончилась. Так а что вам мешает сейчас продолжить? Ну, ты скажешь, что же, Леся. А что? Между прочим, в интернете знаете, сколько таких объявлений? На кастинги всякие, в массовку. Так там и возрасты нужны бывают. Леся, Леся, ну что ты говоришь? Я в училище уже такие роли играла. А ты мне говоришь про массовку. О, времена. О, боже мой. Мамочка, а я не понимаю, почему ты сопротивляешься? У тебя масса свободного времени. Уж действительно сходила бы на какие-то пробы или кастинг лучше, чем дома сидеть. Да не, ну правда, Таисия Константиновна, так я же вам самое лучшее объявление подберу. Я ж это, Гений Гугла. Так вы меня так и называть можете. Гуглеся. Я ничего в этом вашем Гуглесе не понимаю. Так и не надо. Гуглесить буду я, а сниматься вы. О, времена.
Ну, как видите, начали мы с небольшого объема продаж, а на сегодняшний день доля продукции Духа Советов составляет уже, ну, почти 20% от дневной выручки магазина, что позволит нам арендовать новые торговые площади и вложиться в рекламную кампанию. Ну что ж, Наталья Павловна, поздравляем вас. Честно говоря, мы не верили, что вам это удастся. Да-да. Привлечь мужчин-промоутеров было очень оригинальным решением. И, конечно, не последнюю роль сыграло видео с вашим падением в бассейн. Не смущайтесь, плохого пиара не бывает. Думаю, что при сохранении такого темпа роста продаж мы уже до конца года сможем вернуть кредиты и модернизировать нашу производственную линию. Да, конечно, но у меня есть одна просьба. Очень хотелось бы поднять сотрудникам завода зарплату, ну хотя бы на 10%. Да-да. Пришел Илья Модестович. Пусть зайдет. К нам захотел присоединиться господин Климов. Если помните, это ваш бывший начальник. Да, я помню, конечно. Илья Модестович разрабатывает для нас один проект. Ему срочно понадобилась ваша консультация. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, Илья Модестович. Я не помешал? Нет, мы уже заканчиваем. Наталья Павловна в вашем полном распоряжении. До свидания. Всего доброго. Счастливо. Эта детская площадка построена на ваши щедрые пожертвования. Красно! Красно! Да, и деткам радость. Да. Сёма, сними меня на фоне. А. Ниночка, только вместе с вами. Да, благодарю. Улыбочку. Эй, вы, идите сюда. Идите, идите, встаньте рядом. С другой стороны. Меня зовут Виталий Никитич. Прекрасно, Виталич, давай, становись рядом. Так, улыбочку. Ниночка, что вы делаете сегодня вечером? Я как раз встречаюсь с вашей супругой по поводу организации ярмарки детских книг. Ну, а после встречи, когда закончите с моей законной, я бы хотел пригласить вас в ресторан. Ой, Иван Ильич, благодарю вас, Ниночка, но я... Ниночка, советую соглашаться. А то ведь на мои щедрые пожертвования претендует не только ваш центр. Да, я понимаю. Слушайте, господин меценат, мы, конечно, очень признательны за вашу щедрость, но это не дает вам права вести себя по-хамски и шантажировать мою коллегу. Послушайте, что вы себе позволяете? Вы вообще кто такой? Я вообще-то главный психолог центра, а еще я мужчина. И не буду спокойно смотреть, как вы пытаетесь злоупотребить своим положением. Иван Ильич, Данил, ну что с тобой, успокойся. Я не подумаю. Сёма! Мы уходим! А вы скоро будете лечить от заикания! В областной больнице. На каждую силу найдет силы посерьезнее, господин меценат. Помните об этом? Данилов, ну что ты творишь, а? Мы сейчас, по твоей милости, потеряем крупного спонсора. Ну, неужели ты думаешь, я сама не могу найти повод, чтобы ему отказать, а? Никогда тебя таким не видела. Иван Ильич! Иван Ильич! Иван Ильич! Я знал, что ты не согласишься встретиться со мной просто так. Вот и... Зачем ты хотел меня видеть?
Потому что я все время думаю о тебе. Ты не уходишь у меня из головы. Два года прошло. Ну, почти два года, как мы расстались. Наташа, я с тобой не расставался. Почему ты не брала трубки и избегала встреч со мной? Надо объяснять, да? Потому что у тебя должна быть полноценная семья. Жена, дети. А я... Можно я сам решу, что мне нужно? Не понимать, что это. Может, это невозможно. Я, знаешь, совершенно не понимаю, как ты жила без меня все это время. Очень плохо жила. Я тебя никуда не отпущу. Сейчас это по работе. Да, малыш. Нет, сегодня не приеду. Работа навалилась. Я буду в офисе. Они нашу нишу заняли. Нашу! В общем, да. В таком случае я предлагаю... А в таком случае? Расскажи, пожалуйста, нам всем, что ты намерен делать? А я уже все сделал. И вы не волнуйтесь, Александр Константинович, потому что в скором времени госпожа Баранова станет для нас тенью из прошлого.
Что так интересно? Все утро читайте. Встали бы, развеялись. Леся, я перечитываю Евгения Онегина. Это вечное наслаждение. Да знаю, я в школе проходила. Что этот Онегин на Татьяне не женился? А потому что дома лучше себя найдет, а вот фиг ему. О! Лиз, ты куда понесла Пушкина? Так вы же сами просили рыбку засолить. А Пушкин тебе зачем? Так это придавливать. Верни на место! Пушкиным рыбу солить! Наташа! Наташа, объясни своей домработнице, что это просто недопустимо, не понимать элементарных вещей. Ой, знаете, Таисия Константиновна, вот вас понимать как раз-таки, вот голова лопнет. Потише, потише. Ой. Ну-ка выключи эту гадость. Вот все во мне, так вот все не то. Господин Виноградов, а дурная пьянская... Погромче сделай, пожалуйста. ...завоевание мирового парфюмерного рынка. К чему эти жалкие потуги делать из репы собор Парижской Богоматери? Что за жалкая попытка со свиным рылом встать в один ряд с ведущими европейскими брендами? Но, возможно, у нас в стране он все-таки найдет своих почитателей. Как вы считаете? Голубчик, женщина, которая рискнет поставить такое у себя на туалетном столике, не женщина, а, прошу прощения, баба. Спасибо. С вами были «Модные новости». Оставайтесь с нами. Кто, Виноградов? Ну, конечно, знаю. Известный парфюмерный эксперт. А какая передача? «Модные новости». Ната, ну ты же знаешь наше телевидение. Да, журналисты беспринципные, эксперты продажные. Завтра ему заплатит другой. Он скажет тебе, что и снег черный, и шпильки неудобные. Ладно. Хорошо, я поняла, что тебя утешит только полная победа над противником. Да. Я знаю редактора канала, я попробую что-нибудь сделать. Ладно, давай, все, целую тебя, пока. Привет, Дима. Привет, Нина. А я тут как раз... Почему бы нам... В общем, ты любишь фортепиано музыку? У меня случайно есть 2 билета на Дениса Мацуева сегодня вечером в 7. У тебя есть билеты на Мацуева? Ты шутишь? Дима! А у меня есть как раз один очень капризный спонсор, которого срочно надо куда-нибудь сводить. Дымов! У нас новый спортивный уголок в кармане! Ой, здорово! У тебя с собой нет? Да, вот, кстати, билеты. Возьми себе, а то я рассеянный, могу забыть. Подожди, может, ты сам хотел сходить? Но ведь это для дела, Дымов. Нет, правда. А для дела это святое. Да, святое. Ой, здорово, спасибо. Ну все, я побежала. Все, пока-пока. Пока. Давай, все. У меня 10 тысяч подписчиков. И я всем им хочу сказать, девочки, душиться этим нельзя. Пахнет, как дешевый освежитель воздуха. И самое ужасное, смыть этот дурнопьян нереально. Фу. Это видео перепостили 483 раза за 20 минут. Хорошо. Но Виноградову можно было высказаться и пожестче. Ой. Наталья Павловна, долго не смогу, у дочери день рождения. Да, я понимаю, вы простите, ЧП. Модные новости? Видел, проплаченный сюжет. Виноградов. Лучший нос России, все туда же. Видимо, не смог отказать Акиму. Акимов владелец новой эры. Ему. Как же вас угораздило хрупкая женщина встать у него на пути? Я видел, как Аким сожрал ни одного конкурента. Что мне делать? О, скажу вам откровенно, Наталья Павловна, проблемы с духом советов настолько раздражают совет директоров, что они просто мечтают избавиться от этого актива. Вам очень придется постараться, чтобы переубедить нас. Наталья Павловна, мне пора. Я понимаю, простите. Всего доброго, до свидания. Данин, привет. Ната, я все устроила. Да, сегодня «Модные новости», приеду тебя снимать. Что? Конечно, наш ответ Виноградову. Ты серьезно? Угу.
Что читаем? А, Бунин, солнечный удар. Так у нас у одного спасателя так случился этот солнечный удар. Так он, бедняга, так перегрелся, что ушел от жены в религию. Чай остыл. Так вы кипяточку подлейте, Таисия Константиновна. Сходите на кухню да подлейте. А я ухожу, у меня сегодня много дел. Что у тебя за дело? А то, знаете ли, тут с вами совсем затуркалось. А мне, между прочим, жениха надо богатого искать. Так что все, если что, макарончики там на кухне, сами себе на обед разогрейте. Мир измельчал. Всех интересуют только деньги. Помню, как-то звонит мне Табаков и говорит... А какой Табаков, Таисия Константиновна? Да тот самый. Звонит и спрашивает, в чем смысл сна Базарова накануне дуэли? Вот что должно интересовать мыслящего человека, а не звон презренного металла. А, ну понятно. Или вот с Калягиным был случай. Так вы что, их всех знаете? Дорогая моя, театральная семья больше, чем кровное родство. Ух ты, потрясно! Ой, слушайте, Таисия Константиновна, а вы этого Матвея Гайкина знаете? Гайкина? Ну, это который, он еще вот так делает. Иди сюда, красавица. А? Ну, знаю. Обалдеть! Слушайте, Таисия Константиновна, а вы меня можете с ним это познакомить, а? Ой. Хорошо, я познакомлю. Обалдеть! Вот знаете, я всегда знала, надо просто взять и притянуть мужчину своей мечтой силой мысли. Дать туда посыла, и все, вот он, пожалуйста, уже в твоих руках. Даже идти уже никуда не нужно. Так, ну чай остыл. А, чай. Так я сейчас это, я сейчас новенький заварю. Так, ну смотри, значит, фокус все время на ней, да? А бутылочки максимально размой. Да, честно говоря, я вас представлял немножко по-другому. Да не волнуйтесь, мы подрежем, обрежем, смонтируем. Будет супер. Так, ну что, ну давайте попробуем что-нибудь, да? Говорите что-нибудь уже. А я не знаю, что говорить. Здравствуйте, меня зовут Наталья Баранова. Ну стоп, замечательно. Так, как я, нормально, да? Так, начинаем. Привет всем любителям моды и красоты. Мы с вами в гостях у победителя нашей рубрики «Самые отпадные ролики» Натальи Барановой. Наташа доказала, прыжок в бассейн – это самый лучший рекламный ход для продвижения парфюмерного бренда. Наталья, скажите, пожалуйста, это была запланированная акция или импровизация? Дело в том, если честно, это была не я. А, то есть вы наняли специального ныряльщика? Нет, конечно, нет. Это все произошло совершенно случайно. Совершенно случайно. А какой ваш следующий шаг? Полет на воздушном шаре, а может быть, колдовской обряд? Обряд? А что, любопытная идея. Простите, пожалуйста, а вы знакомы с ароматом дурнопьян? Я нет. Ну, мне кажется, это странно. То есть вы приезжаете снимать сюжет обо мне, о моем аромате, и даже не потрудились ничего об этом узнать? Ну ничего, мы сейчас это исправим. Ой, простите, а можно вас? Да. Минуточку. Вас как зовут? Даша. Даша, меня зовут Наташа. Вот мы снимаем сюжет для программы. Вы не могли бы мне помочь? Да, конечно. Я бы хотела рассказать о своем аромате. Так, аромат у нас действительно прекрасный. Даже если вы всего лишь однажды почувствуете его, он навсегда останется в вашей памяти. Как взгляд теплых карих глаз, затерявшихся в пестрой толпе, как аромат звенящего, прохладного осеннего утра, как первый поцелуй любимого человека, так обворожите его тонким шлейфом чувственности, а станьте для него незабываемой, уникальной, особенной, благодаря нашему аромату. Сегодня же попробую. Так, Слава, стоп, камера. Вам действительно понравилось? Давай, собираемся. Очень. Тогда вот. Это вам подарок. Да. И спасибо, что помогли. Я даже не знаю, что из этого можно будет сделать. Спасибо. Наташ, трудно было взять трубку, я раз 100 звонил. Илюш, я не понимаю, зачем ты приехал. Нам действительно не о чем разговаривать, ну правда. Нет, нам есть о чем с тобой разговаривать. Почему ты сбежала? Ты прекрасно знаешь, почему. Нет, я не знаю. Я слышала, как ты вчера врал про то, что ты задерживаешься на работе. Это противно. Ага, я с ней расстался. Да ты что, так быстро? Ты с ней встретился, чтобы сообщить об этом, или просто по телефону? А, нет, телефон-то у тебя занят был, ты до меня дозванивался целый день. Наташ, да что с тобой?
Какое тебе вообще до нее дело? Для тебя существуют только твои собственные желания. Ты никогда не думаешь о других людях. Ты представляешь, как этой Свете сейчас больно? И как больно было мне тогда, когда ты уехал. Слушай, ты сама уговорила меня принять это предложение. Сама решила остаться на своем заводе. Ты не отвечала на звонки. Сделала нам обоим гораздо больнее, чем мог бы сделать я, даже если бы постарался. А теперь, когда мы каким-то чудом встретились, ты снова... Тогда надо было остаться. Понимаешь? Послушай, ну ты же сама решила... Я дала тебе возможность принять решение. И ты принял его не в мою пользу. Но не случилось чудо. Не надо. Обворожите его шлейфом тонкой чувственности. Станьте для него уникальной, необыкновенной, самой яркой благодаря нашему аромату. А какой ваш следующий шаг? Полет на воздушном шаре, а может быть, колдовской обряд? Обряд? А что, любопытная идея? С вами была новая рубрика модных новостей «Магия и мода». В следующей передаче вы узнаете о переселении души Версачи. Не, но... Вот я тоже хочу быть самой такой незабываемой, и чтоб шлейф, и чтоб все валялись. Ну, уже все лежат, понимаешь? Наташ, вот слушай меня. Ракурс анфас – это не твой, однозначно. В следующий раз чуть-чуть влево повернись, это твоя выгодная сторона. Ну, а по сути, мам? Да что по сути? Что по сути? По сути, все прекрасно. И режиссеры, и журналисты, и все прекрасно сделали. И оператор молодец. Слушай, к тебе на днях должна зайти некая Наталья Баранова со своим дурнопьяным. Так вот, чтоб духу ее в твоем магазине не было. Ни духу, ни духов. Мы договорились? Нет, не договорились. Вообще-то это мой магазин, Вадим. И я сам буду решать, что у меня на полках стоит. Тихо. А если ты мне еще раз с такими наездами позвонишь... Твой хозяин получит копии всех наших с тобой документов. А с каких пор... Так, извините, мы вам перезвоним чуть позже. Прости, я по делу. Я так понимаю, что все гавани для Барановой закрыты? Ну да. Ну или да? В общем, практически все согласны, кроме планеты красоты. Андрей Михайлович пока думает, но я его уговорю. Понятно. Андрей Михайлович, это Акимов. Здравствуй, Александр Константинович. Юристы твои через часок будут на месте, я подъеду? Не вопрос. А зачем, если не секрет? А я хочу расторгнуть договор на аренду секции. А почему так неожиданно? Что-то не устраивает? Ну, ходят слухи, что ты решил заняться благотворительностью, продавать у себя всякое барахло. Ты пойми меня правильно. Конечно, твой магазин – это твои правила, но я отдаю свою продукцию только в магазины определенного уровня, а не в супермаркеты, которые не брезгуют торговать всякой бодягой типа дурнопьяна. А с каких пор ты веришь слухам? Никакого дурнопьяна я у себя продавать не собираюсь. Да? Да. Ну, значит, мои шаманы что-то напутали. Верно. Бывай. Пока. Пожестче надо с ними. Пожестче. Знаешь, как с шакалами поступают? Ткнут в морду горящей палкой, и сразу он превращается в покорного пса. Я запомнил. Доброе утро. Доброе. А что случилось? Где мой товар? Вы, Наталья Павловна, не устраиваете истерику? Мы, между прочим, ваши коробочки всю ночь спасали. У нас вчера трубу прорвало. И прямо над вашими полками. Ну, а какие полки я могу занять? К сожалению, никакие. Все занято. У вас ведь все равно срок аренды заканчивается. Так что... Так я буду продлевать. К сожалению, не получится. Все полки выкуплены новой эрой. На год. Хорошо. Хорошо, что у меня есть договор, в котором прописано все, и мои права, и неустойка, насчет да? этого можете не волноваться, компенсацию вы получите. Акимов согласен. То есть мы согласны выплатить вам компенсацию. Ну, мне все понятно. Хорошо.
Я найду другое место. Не такое зависимое от Акимова. Удачи. Всего доброго. Арендовать секцию. Конечно. Сейчас свяжусь с владельцем. А что у вас за товар? А, парфюмерия. Парфюмерно-косметическая линейка. Авторская. Документы у вас при себе? Ну, конечно. Алло, Мань. Андрей Михайлович скоро освободится? Пожалуйста. А, так вы это хотите продавать? Да. Мань, спасибо, отбой. Извините, но нет. Мне кажется, понятно. Давайте я буду задавать вам вопросы, а вы мне просто в ответ кивать. Вам, видимо, позвонили из Новой Эры и попросили не принимать мою продукцию. Это же ваш магазин. И что это таким в такой страшный? Ясно. Ох уж мне этот Гайкин. Ну вот двое детей у нас с ним точно выходит. И вот гляньте, а, Таисия Константиновна, ну вот опять пиковая дама. Вот выходит она мне и все. Вот уже второй расклад делаю. А что этот Гайкин? Он не женат, а? Зачем ему это? Наташа, ну что ты мечешься, как Офелия Шекспировская? У меня от твоих метаний давление подскочит. А что она металась это? Кто, Офелия? Ну? Милочка, это Шекспир. Это Гамлет. Ее одежды, раскинув, снесли ее, как нимфу. Она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды. И что-то там трясина смерти. Слушай, из-за тебя, из-за твоей ерунды у меня вообще вся классика из головы выйдет. Ой, Таисия Константиновна, а зачем вообще в голове-то все это держать? Может, лучше вон чайку с пирожочком? Не надо мне твоего чайку, не надо мне твоих пирожочков. Мне противоядие нужно. Мне надо Шекспира вспомнить. Так, ну давайте ищем. Давай ищи. Что? Что ищем? Ищем мы Вильяма Шекспира. Ага. Трагедии. Так, Вильям. От шаболда шарахана, а? Лися, ты можешь так не выражаться, это а? Я еще не выражаюсь, Таисия Константиновна. Приостановлены съемки нового сериала «Позывные Вильям» в связи с трагической кончиной Матвея Гайкина, исполнителя роли российского разведчика. Похороны пройдут в среду. От, пожалуйста. И шо? Где я с ним должна была познакомиться? На похоронах? Наташа, ты вообще, ты слышишь, как она со мной разговаривает? Угомонитесь, пожалуйста, обе. А знаете что, Таисия Константиновна? А я вот после такой вот подставы, я имею полное право плюнуть вам в душу. Что? Да. Наташа, ты слышишь, как она... Пушкина! Наше все! Мама, это не наше все. Пушкин хозяйский. Наташа, выгони ее немедленно из дома. Она вообще опасна для общества. Пушкина разбили. Не разбили, а ты разбила, хамка трамвайная. Алло. Да, это я. Прямо сейчас? Да, скоро буду. Ой, сами тут разбирайтесь. Наталья Павловна, пришла последняя отчетность с завода, из которой ясно видно, что продажи не окупают производство. Поэтому вам нечем платить процент по кредиту, но, возможно, техническое банкротство. Предлагаю удешевить продукцию, избавившись от натуральных дорогостоящих ингредиентов. Нет, это невозможно категорически, нет. Поддерживаю, в этом нет смысла. Лучше вообще закрыть завод. Наталья Павловна, налоговые и кредитные каникулы не могут длиться вечно. Пора платить? Подождите, мне просто нужна отсрочка. У меня возникли проблемы с магазином, я ищу новое место. Наталья Павловна, делайте все, что хотите, но если к концу месяца продажи не выправятся, мы не будем оплачивать ваши долги и объявим завод банкротом. Все согласны? И что? Все акционеры согласны? Конечно. А я одна, как Дон Кихот, сражаюсь с ветряными мельницами. Дом у меня тоже театр военных действий. Леся сражается с мамой, мама сражается со мной. Я сражаюсь с Лесей, бесконечно. А ты чего хотела? Три одинокие бабы в одной квартире. Ну и что ты мне предлагаешь? Женихов им искать? А ты начни с себя. Остальные подтянутся. Кто бы говорил.
Нин. Короче, я провела ночь с Климом. Да ладно. И что? Вы снова вместе? Ну, конечно, нет. Я окончательно поняла, что это не тот человек, но головой, ну, разумом, а сердцем. Ой, бесконечно об этом думаю. Большое спасибо Акимову, что вот эта вот война с новой эрой хоть как-то отвлекает. Так, Натаха, есть одно средство, проверенное. Мимолетный романчик. Никаких глубоких чувств, никакой достоевщины. Кино, вино, домино. Тесный контакт кожных покровов. Звучит чудовищно. Звучит чудовищно, а действует безотказно. Ну, есть кандидатура на примете? Да нет, откуда? Это плохо. Давай думать. Но есть один экзальтированный персонаж. Сосед по дому. Звони. И что я ему скажу? Здравствуйте. Вас совершенно случайно не интересует тесный контакт кожных покровов? Нет, ну зачем сразу так-то? Давай мы повод какой-нибудь придумаем. Какой? Ну, не знаю. Какой? Так, а ты говорила, у тебя Леська разбила хозяйского Пушкина, да? Вот. Пусть поводит тебя по антикварным лавочкам. Очень романтично. Он на романтика не похож. Ну, совершенно. Ты знаешь, какой он наглый? Ну и прекрасно. Меньше будет тебе голову морочить. Давай, все, звони. Я же говорю, что вы первые позвоните. Нам надо поспешить. Ну и к кому можно опоздать в такую рань? В этом городе у хорошего антиквара рабочий день начинается в 5 утра, заканчивается в 2. Прошу. А что мы ищем? Вот. О, прекрасный повод для встречи. Это вам не кран починить. Сразу видно, женщина умная. Что? Я говорю, Пушкин наше все. Здравствуйте. Доброе утро. Ой, ой, Сашенька, Сашенька, дружочек, здравствуй, как я рад. Ну, ты как знал? Ну, как знал, просто вчера принесли африканскую маску. Саша, черное дерево, инкрустация позапрошлый век, и просят какие-то копейки. Да, давай о моих игрушках потом поговорим. Вот у этой красивой женщины горе. Ай. Разбилась семейная реликвия, посмотри. Ой. Ой, о, это редкая вещь, редкая. Это же бисквитный фаркор. О, авторское клеймо, сходство портретное необыкновенное. Это непростая задача, это недели 3-4. Так долго? Ну, а такой же точно сможете найти? Что за вопрос? Я все могу. Но придется, конечно, покрутиться и потратиться. И думаю, мы уложимся где-то в 1500 евро. Сколько? 1500. Значит, 3 недели, говоришь. Теряешь хватку. А ты знаешь, меня Ступин приглашал к себе в салон. Так. Да, он говорит, появился там у него новый Египет. Саша, ну, если ты меня хочешь насмешить, у Ступина и Египет. Да у него же один только новодел китайский. Цены зато, как на Караваджо. Не знаю, посмотрим. Прям за просмотр денег не берут. Пойдем. Саша, вспомни. Старушка приходила буквально на днях, приносила бюстик, очень похожий на ваш, и просила что-то где-то 2000 рублей. О. Я мигом. Что с ценами происходит? Да, ну он тот еще жук. Подожди. Он знаток такой, знаешь, в Москве мало таких. И потом... У него вещи здесь очень хорошие. Да? Да. Ух ты! Посмотри, какой любовь! Ой-ой! Желтый зонт.
Да, на черно-белой фотографии. У мамы точно такой же был. Желтый зонт с темно-синими цветами. Она с ним выглядела как кинозвезда. Велосипед. Вот о таком велосипеде я все детство мечтал. Все в детстве о таком мечтали, только ни у кого не было такого. Хотя нет, у нас в классе была девочка, у нее мама в горсовете работала, вот у нее был такой велик. Ну, понятно. Подумаешь, у меня зато были пистоны. О, я помню их запах. Еще карбид. Карбид в луже, точно. Да. Мне мальчишка один подарил за то, что я его свистеть научила. Вот так? Ну, практически. Иду, иду, уже иду. Не надо свистеть, денег же не будет. Вот, по-моему, то, что вам нужно. Все, перерыл, еле нашел. Старичок один на прошлой неделе принес и хотел всего 10 тысяч рублей. Уже 10. Угу. А старушка, по-моему, просила 2. Держи 10, а остальное за альбом. Я сама. Это на память о нашем детстве. Спасибо. А Пушкина забыли? Кстати, молодые люди, вы у меня сегодня первые покупатели, так что с меня кофе. Ну вот, я понимаю разговор. В ваших ручках, Наташенька, эта чашечка просто заиграла. Саша, а ты знаешь, Наташа мне напоминает барышень с полотен Левицкого. Смолянки. Да что вы! Смолянки, смолянки. А мне кажется, это ранний Боровиковский. Саша, а ты знаешь, а я ведь был уверен, что когда-то ты остепенишься и найдешь себе невесту. Нет, нет, нет. Да-да-да. Не-не-не. Наташенька, вы знаете, какой человек? О, это какой человек? Это король. И это он еще преуменьшает. Да-да-да-да. Вы знаете, когда-то на меня наезжали очень серьезные люди, если вы, конечно, знаете, что значит наезжали. К сожалению, знаю. Я думаю, что не знаете, и не дай бог вам это когда-нибудь узнать. У меня хотели забрать все. Сашенька меня спас. Он просто шутит. Он просто хочет продать мне 2 африканские маски втридорога. Поэтому заливать, как соловей. Ну, при чем здесь соловей, Саша? Я никогда вообще не шучу. Я тебе жизнью обязан. А почему ты тогда требовал с моей невесты космическую сумму за этого Пушкина? Сашуля, дружба дружбой, а денежки врозь. Ты ведь сам так живешь. А я, если честно, думала, что короли живут иначе. Ну, вообще-то я не король. Но зато могу жениться по любви. Одобряешь мою невесту? Королева. Саш, ну зачем? Ну, он одобряет. Так. А что это было про невесту? О, это прикрытие чистой воды. Бурбур золотой человек, но всегда норовит мне в придачу с каким-нибудь копьем навязать мне в невесты свою племянницу. Вот, а теперь у меня есть железное алиби. Значит, я помогла? Очень, да. И я ваш должник до конца жизни. А что, племянница не очень? Да, племянница замечательная. Если честно, я ее ни разу не видел. Понятно. Значит, вы убежденный холостяк. Я убежденный бушмен. И, честно говоря, я бы сейчас с удовольствием оказался где-нибудь в Калахаре и выпил росы из листа алоэ. А что, приходилось бывать в Калахаре? Да, но недолго. Ну, как понравилось? Очень. Однажды встретился со львом, когда решил прогуляться один. Ого! Да. И что? Ну что? Пришлось договариваться по-мужски. Я надеюсь, лев не очень пострадал? Ну, неважно. Вы простите? Да. Напоминаю, что вы сегодня собирались вывезти вашу продукцию. И сделайте это побыстрее, пожалуйста. У нас склад не резиновый. Извините, пожалуйста, я не могу сейчас разговаривать. Я перезвоню. Так вот, однажды договорился с одним бушмином, кто дольше продержится без воды. А вам не интересно? Мне интересно. Вы извините, у меня просто проблемы на работе. Какие проблемы? Появился один конкурент, который решил уничтожить дело моей жизни. Знаете, если честно, я не верю, что у женщин могут быть настоящие враги. Вы все преувеличиваете, уверяю вас. К сожалению, все очень серьезно. А если серьезно, надо быть благодарными своим врагам, потому что именно они заставляют нас двигаться вперед. Именно благодаря своим врагам я добился всего, чего хотел в жизни. И если мне подставят подножку, я научусь прыгать на одной ноге. А если перебьют обе ноги? Научусь летать?
И вас научу. Серьезно? Да. Ну, давайте. Да запросто. Значит так. А давайте сначала перекусим, а то на голодный желудок далеко не улетишь. Вон там, я знаю, прекрасное местечко. Спасибо. Ну вот. Ух ты. Готово. Садись. Держи. Вот. Шикарно. Приятного аппетита. Господи, спасибо. А вы чего? И я. Крючки такие, в пальце толщиной, здоровенные, тройник такой. Берешь туда, значит, тухлое мясо, курицу такую грудину. Что? Да, фу-фу-фу, бросаешь туда. Потом хоп, сидишь, туда, опа! Тихо-тихо, ты что? С ума сошел. Спасибо. Ну все, приехали. Ничего себе, уже вечер. Быстро день пролетел, да? Мне кажется, что целый год прошел. Спасибо, это был хороший год. А может, поднимемся ко мне? А свет-то у вас есть? Или бушмены без электричества живут? Ну как, вы освещаете мою хижину своим присутствием. Да. Можно ручку на секунду? Оп. Прошу. Ничего себе. Это вы специально для меня все развесили? Были уверены, что я к вам поднимусь, да? Конечно. Я все рассчитал вплоть до минуты, когда был разбит бюстик Александра Сергеевича. Ну, вообще, очень красивые фотографии, правда. Мне кажется, у меня таких никогда в жизни не было. А в жизни это еще лучше. Саша, подожди, подожди. О, господи, а это что? Что? Там от тигра? Это лев, а не тигр. Саша, не надо, подожди, ну, подожди. Ну, что, что? Ну, подожди. Слушай, ты прости, но я какое-то время назад с одним человеком рассталась. Угу. Мне было очень тяжело, и я просто решила отвлечься, Саш, понимаешь? Да, я оказался рядом. Я понимаю. Я не обижаюсь? Честно. Поначалу все было, ну, забавно, мило. А теперь ты мне действительно очень нравишься, и все как-то и теперь непросто, понимаешь? Нет, не понимаю. Прости, я не хочу серьезных отношений, Саш. Отдай себе порыву. Ну, отнесись к этому как приключению. Саш, ты понимаешь, что мне приключений хватает по жизни. Ну, прости, пожалуйста. Наталья Павловна, я ж всю ночь заснуть не могла. Вот закрываю глаза, вот так вот и вижу, что вас где-нибудь на органы распиливают. Ой, да, а бедная Таисия Константиновна вот сидит, дрожит, бледная вся. Я ж думала, ее удар хватит, господи, вот этот
лезет. И думаешь, Наташе так интересно слушать, как она родную мать чуть на тот свет не отправила. Мама, я прошу тебя. Ой. Это что? А это смалец, Наталья Павловна. Очень полезная вещь. Очень. Помогает от всего. От менингита или воспаления мозга. И потерянной совести. Ну, матери можно было позвонить, а? Я так думаю, ты ничего не собираешься мне рассказывать, да? Так нечего рассказывать. Я просто гуляла. Просто гуляла. Ты что, думаешь, я уже совсем из ума выжила? О, да, у нас это, как его, тоже так один это самое, постоянно тоже все по ночам ходил. Как зомби, что ли? Вот-вот. Ты посмотри на себя в зеркало, посмотри на свое выражение лица. Мамочка, а что тебя смущает в моем выражении лица? То, что оно в какой-то веке счастливое? Наташа, я очень хорошо знаю это выражение лица. Кто он? Алло, Нинуль, привет, я тебя не разбудила? Слушай, у тебя такое количество знакомых, а нет, случайно, какого-нибудь художника по стеклу? Боже, вечные фантазии. Ты действительно с луны свалилась? О! Вспомнила! Да не зомби, а лунатик. Точно. Да нет, я слушаю тебя, слушаю. Вы никогда не позировали? У вас замечательные данные. Прошу вас, пожалуйста, садитесь. Ранний Боровиковский. О, вы знаете, так приятно видеть молодую женщину, которая разбирается в искусстве. Ниночка сказала, у вас ко мне дело? Да. Мне нужен новый флакон вот для этого аромата. Да, вы знаете, действительно... Ему не место в таком, скажем так, конструктивистском сосуде. Я думаю, здесь должен быть модерн. Или даже арт-нуво. Ну, что-то такое неочевидное, как бы в проброс, мимолетом. Да. Ну, например, линии бедра молодой женщины. О, любопытно. А как это будет выглядеть? Просто сложно представить сейчас. Я подумаю. Сегодня же сделаю набросок. Да вы что, уже сегодня? Угу. Спасибо. А я все-таки настаиваю на корнях, на истоках, на березоньках. Нет, ну это чересчур банально. Ну, пожалуйста, только не березки. Уж лучше тогда вот что-то типа этого. Наташенька, откуда у вас эти имперские замашки? Ой, Наталья Павловна, ну это же чумовая шик-модера. Леся, а? Ты не можешь выражаться достойно? Ой, Таисия Константиновна, ну не могу я достойно выражаться. Я когда начинаю достойно выражаться, у меня то в боку колет, то тесто не поднимается. Да пробовала я уже все. Давайте сделаем индастриал. Что? Индастриал. Ржавые бочки, грязь. Слизь, плесень. Не нужно даже ремонт делать. Да нет, мне наоборот нужно такое неуловимое ощущение счастья. Ну, такой флёр. Ну, как в детстве, когда... сейчас объясню. Ну, вот как воспоминания, понимаешь? Такие светлые, незамутненные ничем. Но мы же в детстве мир совершенно по-другому воспринимали. Понимаешь? Слушай, вот. Это шикарно! Посмотри, посмотри, какая потрясающая фактура. Вот это нам и нужно. Так это же шикардо. Воспоминания. Все, я решил. Закажем плафончики. Так. Стены в цвет старой Волги. Девочек одеваем в New Look и повсюду фотографии старой Москвы. Хорошо. Хорошо. Александр Константинович, вы что-то хотели? Нет, спасибо. Хотя, погоди. Мне нужна твоя консультация. Да, конечно. А чего хочет женщина, которая не знает, что она хочет?
Это очень просто, она хочет чуда. Чудо. Ой, нет, мне обычно хватало полдня, чтобы удовлетворить самый взыскательный вкус. Ну, черт. Ну вот ведь хорошо. Прямо то, что вы хотели, арт-нуво. А если попробовать сделать вот что-то подобное из такого, знаете, грубого темного стекла? Да нет, Наташа, в темном стекле это грубо, это безвкусно, это все не то. Вы понимаете, да вообще не в стекле здесь дело, у нас нет просто концепции. Ну что вы так переживаете? Это обычный творческий процесс, он никогда не дается легко. Я вот когда искала аромат нашего дурнопьяна, мне тоже казалось, что ничего не получится. А в итоге как-то само собой все родилось. Дурнопьян? Да. А это вообще что такое? Как он выглядит? Ну, это растение. Такое необычное. Но у него даже плоды есть. Сейчас я вам покажу. Ну, вот такие у него остренькие. Так, интересный плод. Простите, минуточку, можно? Да. Так, а в разрезе это будет выглядеть вот так. Так. Да. Ой, на сердечко похоже. Наташа, так вот же. Так вот же он, наш флакон. Смотрите, колючее сердце. Это любовь, которая ранит. А? Просто замечательно. Очень точно. Ну, просто прекрасно. Не зря до утра просидели. Наташа, да вы просто гений! Я? Вы? Нет, вы знаете, в искусстве это ведь как в жизни. Мы всегда хотим все усложнить, пойти витиеватой дорогой. Да. А ведь простые решения не всегда на поверхности, правда? Это правда. Это то, что надо. Спасибо. Достаточно. Ну что, Наталья Павловна, поздравляю вас. Создать такой флакон – это по-настоящему креативное решение. Вам действительно нравится? Действительно. Mm. Мы приятно удивлены. Ой, как я рада. Ой, простите, пожалуйста. Конечно. Привет. Привет, Натузя. Mm. Ну, красота моя. Правда? Ну, я тебя поздравляю. Самое стильное место Москвы. Шикарное место. Единственное, чего боюсь, это увидеть счет за шампанское. Спокойно. Шампанское отечественное. Я тупо переклеил этикетки. Кошмар, это же позор. Слушай, кстати, а Виноградова что, еще нет? Что, издеваешься? Ты считаешь, что у нее хватит наглости сюда притащиться? А ты как думала? Я тебя умоляю. Кстати, Дымов, вот сейчас понадобится твой боевой настрой. Если этот наглый тип здесь появится, ты должен выставить его отсюда немедленно. Нет, 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 не надо. На самом деле он мне очень помог. Знаете, как говорил один мой очень хороший знакомый, если тебе подставили подножку, научись прыгать на одной ноге. Если тебе подставили вторую, просто научись летать. Браво. Ну, не знаю, сложная мысль. Твое здоровье. Ой, ой, ой. Тихо. Дымов, ну начинается. Простись. Ну, давай, ну, дыши. Прости нас, Над. Мы пойдем водички поищем. Хорошо. Сейчас, простите. Наталья Павловна, поздравляю. Я купил ваш дурнопьян. Прекрасный шлейф, очень хорошо сделанный аромат. Вместе с новым флаконом. Шедевр. Очень приятно. А я вас помню. Вы были на моей презентации. Вы занимаетесь строительным бизнесом, но интересуетесь парфюмерией, да? Знаете, интересуюсь до такой степени, что готов выкупить ваш аромат. Всю линейку. Мне, конечно, очень лестно, но это, к сожалению, невозможно. Нет, нет, ну что вы, нет. Одну секундочку. Что вы скажете об этом?
все равно нет. Наталья Павловна, я удвою сумму. Но это ничего не изменит, потому что у меня совершенно другие цели. Вы уверены? Да. Наталья Павловна, мне очень нравится ваш магазин. Да, мне тоже. Будет очень жаль, если он сгорит. Наталья Павловна, а что, может, еще чаечку, а? Давай. Да? Ага. Оп. Пожалуйста. Таисия Константиновна, в кино вас никто ждать не будет. Ну ты глянь, а. Вот весь интернет перевернула, чтоб ей роль найти, а она копается. Ну как? Наташ, может, ты перестанешь глазеть в окно, посмотришь на родную мать? Ой, да, мам, прости, ты прекрасно выглядишь. Леся, а? Ты с ума сошла? Я никогда не ем перед съемкой. А, да? Ну, может быть, тогда чай или кофе горяченькое? Кофе горяченький. В русском языке кофе мужского рода. Горяченький кофе, да. Налей, пожалуйста. О, Таисия Константиновна, где бы еще чего-нибудь мужского рода-то бы найти? Наташа, что ты там высматриваешь в окне? Ничего, просто задумалась. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Наталья Павловна, я вот хотела сказать, что денежки нужны на хозяйство. Да, 20 тысяч хватит? Да. 20 тысяч? Леся, ты совершенно не умеешь экономить. Таисия Константиновна, а вы вообще цены-то в магазине видели? Вот, держи. Ага, спасибочки. Да. Thank you.
Бабушка! Где у нас бабушка? Ага, вот вот где. Я с вами пойду тогда. Так, вы сидите здесь, присаживайтесь. После команды «Мотор» начинаете есть пирожное. А где пирожное? Настя, где пирожное за первый столик? Мы готовы к съемке? Готовы. Тишина на площадке. Репетиция. Ника, остановись. Отстань. Я тебя не отпускаю. Я люблю тебя. Бабушка, вы не на героев смотрите, вы пирожные едите. Ну сейчас-то вы зачем едите? После команды «Мотор»! Настя, поменяйте пирожное. Ой! Я с ума сегодня сойду. Извините, извините. Так, мы долго еще пирожными будем заниматься? Слушай, а почему у нас бабушка на первом плане? У нас что здесь? Кафе для пенсионеров? Здесь молодежное кафе. Вот ее посадите на первый план. А бабушка на сегодня свободна. Я? Меня? Вас. Перестаньте называть меня бабушкой. Видимо, мама вас в детстве не научила вежливо обращаться с дамами. А то, что касается ваших профессиональных качеств, они, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Это вы мне? Вам, вам. Это ж вы именуете себя режиссером, а сами сцену не можете развести и не даете никаких указаний актерам. Так, выведите звезду из кадра, у нас тайминг летит. Пойдемте. Я сама покину этот балаган. То, чем вы занимаетесь, никакого отношения к искусству не имеет. Служение муз не терпит суеты. Милочка моя, если вы думаете, что попали в кадр, то вы имеете какое-то отношение к искусству, вы очень ошибаетесь. Леся, пошли отсюда! Таисия Константиновна, как пошли? Меня же в кино позвали, Таисия Константиновна! Все, кино окончено. Ну, Таисия Константиновна, ну я вас очень прошу. Что это такое? Наталья Павловна. Ой, черт. Да что со мной сегодня, а? Ничего страшного. Я сейчас уборщицу позову. Спасибо. Простите, а у вас есть что-нибудь для мужчин? Я мужу подарок ищу. К сожалению, нет. Пока нет. А, да, подождите, пожалуйста, минуту. Алло, мы заказывали 50 пар обуви. Да. Да, да, у вас. Нина. Алло, это опять Нина Аверьянова. А что там у нас по поводу счета? Нам перевели деньги? Нина, ты отвлекись. Подожди. То есть, да, спасибо вам огромное. Алло, да, 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 все. Хорошо, тогда мы будем ждать. Подождите, то есть как мне перевели? Но у меня есть номер платежки. Алло, алло, алло. Господи, ну куда вы пропадаете? Нина, подожди, Нина, звонили из министерства. Мы получили грант. Дыма? Да. Подожди, ты шутишь? Ты серьезно? Мы получили грант? Мы получили грант? Мы получили грант! Мы получили грант! Мы получили грант! Это что такое? Дыма. Извини. Получилось как-то само собой. Привет. Я... Подожди. Я очень скучал по тебе и ужасно хотел тебя увидеть. Я боялся, что ты не придешь. Я подумал над перспективой серьезных отношений. И ради тебя я готов. И в какой-то степени твой подход, он не лишен логики, нет, конечно. И если подойти к этой теме с философской точки зрения... Саша, я ничего не понимаю. Я тоже. Я просто очень хочу тебя поцеловать.
Господи. Что? Что случилось-то? Так уже 10 утра. Ну что? Ну как что? У меня встреча через час, я опаздываю. Мне еще домой надо зайти переодеться. Ой, мой, подожди. А с кем это у тебя встреча? По работе. Так я тебя подвезу. Давай поваляйся. Нет, давай. Я думаю, в пробках простоим полдня. Я лучше на метро. Пусти меня, пожалуйста. Нет. Я послушай, я же хочу сделать что-нибудь хорошее для тебя. Только скажи, что я могу подвезти тебя. Оставайся в кровати. Интересно, и что же я буду тут делать один? Меня ждать. Да? Ну, хорошо. А ты будешь думать обо мне весь день? Буду. Я не слышу, тихо. Еще раз. Я буду думать о тебе весь день. И как только освободишься, сразу придешь? Ну, конечно. Точно? Да. Ну, тогда иди, я тебя отпускаю. Что ты? Ма! Привет. Как прошел твой первый съемочный день? Да, отвратительно. Мне кажется, ты опять все драматизируешь. Давай вечером об этом поговорим, я очень опаздываю. Наташ, ау. А где ты была? Я у Нины ночевала, я разве тебе не сказала? Не ври, ты у Нины не была, я ей звонила. Я уже видела когда-то на твоем лице эту блудливую улыбку. Я знаю, что она означает. Я ремни спустила у сандалий. Я лениво расстегнула пояс. Ах, давно глаза мои устали. Мама, не начинай, я тебя прошу, я опаздываю. Наташа, женщина должна быть похожа на неприступную крепость, а не на гостеприимный распахнутый сарай. Кто он? Где ты была? Наташа, в нашем доме я не позволю, чтобы... Мамочка, во-первых, это не наш дом. А во-вторых, я взрослый человек, поэтому ни мой пояс, ни мои сандалии тебя не касаются. Муа. Здравствуйте. Я не опоздала? Здравствуйте, Наталья Павловна. Да нет, вы как раз вовремя. Вы сегодня прекрасно выглядите, Наталья Павловна. Спасибо. У нас для вас есть важные новости. Мы очень впечатлены, как стартовала рекламная кампания «Дона Пьяна» в Москве. Но... Ну, как говорится в известном фильме, мы получили предложение, от которого не смогли отказаться. Какое предложение? Дело в том, что компания «Новая эра» согласилась выкупить дух советов вместе с лицензией на бренд «Дурнопьян». И вы, конечно, можете рассчитывать на хороший бонус от этой сделки, Наталья Павловна. Я не понимаю, вы хотите продать дух советов новой эре? Да. Именно так. А что будет с заводом? Что будет с людьми? Это решение зависит от нового владельца, Акимова. Хотите чаю? Да нет, уж лучше сразу яду. Какой-то номер незнакомый. Кто это может быть? Ой, да мало ли кто. А может, со студии? Мы же с вами в договоре ваш номер тогда написали. Я слушаю вас. Это Таисия Константиновна? Да, это я. Это второй режиссер сериала «Молодо зелено». Вы вчера у нас были на съемочной площадке. Что? «Молодо зелено»? Я не буду с вами разговаривать. Нет, не кидайте трубку, а то меня режиссер убьет. Вы ему так понравились, он хочет дать вам роль в сериале. Вы можете к нам завтра подъехать к 11 утра? Да, могу. А что за роль? Консьержка женского общежития Мария Ивановна. Старая карга и зануда. Эту роль вы предлагаете сыграть мне? Ну а что, у вас, в общем, подходящий темперамент и фактура. Ждем вас завтра. До свидания. Ну что сказали, Таисия Константиновна? Роль мне предложили в сериале. Да вы что, правда? Обалдеть, я так и знала. Наталья Павловна, у нас такие новости! Лесь, не галди, пожалуйста. Так. Наташа, что случилось? Он бросил тебя.
Я так и знала. Ну и что, кто он этот козел, который вас бросил, а? Я вас умоляю, да плюньте вы и разотрите. Вы у нас роскошная женщина. Лесь, ты можешь хотя бы одну минуточку помолчать? Я вообще не могу сосредоточиться, а мне срочно нужно найти один адрес. Какой адрес, Наташа? Ты что, задумала сама идти к нему? А у меня другого выхода нет, мам. Наташа, это неприлично в твоем возрасте бегать за мужчиной. Так, ага. Новая эра. Фактически адрес. Вот, дирекция. Какая новая эра? Наташа, пора любви прошла давно уже. Надо посмотреть правде в глаза. Так вот и я о том же, мама. Новая эра хочет купить дух советов. Я просто не могу этого допустить. Вы же понимаете, чем это кончится? Они просто выкинут людей на улицу и закроют завод. Поэтому завтра я иду в новую эру и поговорю с Акимовым. Это кто? Владелец новой эры, мам. Мой главный враг. Только надо понять, что же я ему скажу. Лично я считаю, что у нашего завода огромный потенциал развития. И буквально лет через 5, ну максимум через 10, мы сможем выйти на мировой уровень. О, вот это обязательно скажите, так, мировой уровень. Помолчи. Наташа, ты немножко переигрываешь. Ты скажи так, как будто ты его приглашаешь на обед. Но вы же сами начинали свой бизнес с нуля. Ну, не забывайте об этом. Господи, я совсем забыла. Что? Ой. Алло? Алло, Саша, привет. Ты прости меня, пожалуйста, я не смогу сегодня прийти. Ну вот, а я весь день как мальчик послушный прождал тебя в постели. Правда? Ой, как бы я хотела сейчас оказаться рядом с тобой. Честно, ты понимаешь, у меня большие неприятности на работе. Я могу дело своей жизни потерять. Я могу тебе чем-то помочь? К сожалению, нет. Я завтра с одним человеком встречаюсь, от которого все зависит. Я даже не знаю, будет он меня слушать или нет. Ты должна заставить его себя слушать. И, Наташ, главное, не отступай и не сдавайся. Ты достойна всего самого лучшего. Поверь мне, у тебя все получится. Спасибо. Спокойной ночи, кузнечик. Почему кузнечик? Это священное животное у бушменов. Ну тогда спокойной ночи, мой бушмен. Целую. А Акимов у себя? Да. Вам назначено? Да, конечно. Алло. Наталья Баранова меня зовут. Секундочку. Что? Александр Константинович, здравствуйте. Вы простите меня, пожалуйста, за вторжение, но мне очень нужно с вами поговорить. Я вам перезвоню, Владимир Львович. Простите. Ну что? Наташа? Саш. Александр Константинович, я не хотела ее пускать, она сама. Проходи, садись. А хочешь чай, кофе? Принеси, пожалуйста, Полин. Как ты меня нашла? А ты что здесь делаешь, Саша? Ты что, ты Акимов? Да. Я не понимаю, что получается, вот это все ты спланировал, что ли? Что спланировал? Я уточнила, в расписании нет Натальи Барановой. Что? Да, Саш, моя фамилия Баранова. Меня зовут Наталья Баранова. Понаехали тут! Ни стыда, ни совести. Мурашова,
Я сколько раз тебя предупреждала, что все посещения до 11 вечера. Придется сообщить деканат. Марья Ивановна, но это мой брат. Он приехал из Нижнего Волочка на несколько часов, только чтобы увидеть меня. Это точно твой брат? По крови нет, а по сердцу да. Я сейчас тебе покажу по сердцу. Вот так я и знала. Мурашова! Пусть этот молодой человек немедленно покинет общежитие. Ну хорошо, Таисия Константиновна. Да, Сташа, замечательно. Ну что, давайте заключать договор. Ой, а для меня у вас никакой ролюшки нет? Хоть самой маленькой, а? Давайте я хоть этого брата сыграю. Лесь, а. Мне надо ознакомиться с деталями договора, а ты сейчас пойди купи что-нибудь мне поесть, ладно? Угу. А то у меня с утра маковой росинки не было во рту. Понятно. Я перед пробами никогда ничего не ем. Так это ты все подстроила, чтобы спасти свой дурнопьян? Что? Саш, ты с ума сошел? Хотя нет-нет, конечно, все правильно. Ты знаешь, Саш, я прям рассчитала все с момента посадки наших самолетов. Да-да. Ох, сколько же я повидал таких дамочек на своем веку. Каких? Прут, как танк. Ни перед чем не остановится, главное добиться своего. Слушай, кто-то мне вчера по телефону, по-моему, говорил, Наташенька, ты не сдавайся, не отступай. Не ты, нет? Ах, как же ты грамотно все спланировал. Прямо шляпу снимаю перед тобой. Откуда вы только беретесь такие вот? Какие? Вот такие. Ну, какие? Каждое слово вранье, каждое прикосновение, каждый жест, каждый поцелуй. А ты знаешь, у меня в юности была такая девушка, да. Называется «Первая любовь». Да, любил меня. Жить без меня не могла. Потом взяла и бросила. И ушла к другому. К лучшему другу, потому что у него тачка была крутая. Я же студент, голодранец. Ну, да, но теперь-то я разбогател. Я стал крутой очень, очень крутой. И опять нарвался на меркантильную интригантку. У меня что, карма такая, что ли? Эти слезы крокодили. Ты долго репетировала? Саш, ты можешь думать все, что хочешь. Я не знала, кто ты такой. Но если бы я знала, я бы ни за что не села с тобой в одно такси, ясно? Ни за что. Здравствуйте. А мне, пожалуйста, два пирожочка с вишней. Ага. Я два пирожочка с яблоком возьму. Ну и давайте тогда еще с луком и яйцом. Тоже два. Ага. Угу. Вот. Так, это вам, это мне. Спасибо. Так, с этим я взяла, с яблочком. С этим. Так, это я взяла. О, пардон, я не хотел. Кельбельфам. Да ничего не страшно. Я хотел спрашивать. У вас есть мобильный телефон? Так, Атош, конечно. А что? Один звонок. Один звонок в амбассаду Франс, s'il vous plaît. Что, не пойму, позвонить вам что ли надо? Господи, так нате, звоните на здоровье. Merci beaucoup. Ага. А что случилось это? Амбассад не отвечает. Не отвечает. Ma chérie, меня обворовать. У меня украсть все, ляржон, паспорт, карту кредит. Господи, так вас что, обворовали, что ли? Так это ж Москва, тут ж надо по сторонам-то глядеть. Господи, наверное, голодный еще. Так вот, возьмите, нате, пирожочек. Merci beaucoup. Ага. Вы очень добрый и красивый. Ой, спасибочки. А вы откуда будете? Я прилетел из Марсея пour travail. Работа. А, работа. Работа. А кем вы работаете? Я управляю состоянием папа. Ух ты. А как вас зовут? Леся. Леся. Enchanté, Оливье. И мне. Enchanté. Ой, а скушайте еще пирожочек. Avec plaisir. Merci beaucoup. Gracias. Mucho gracias. Юристы посмотрели контракт, все в порядке. Подпиши, пожалуйста. Это что?
Рамочный контракт на приобретение Духа Советов. Приложения будут позже. Мне показалось, или я действительно видел, как сама Наталья Баранова вбегала из твоего кабинета? Она решила в последний момент пасть на колени перед победителем? А бухгалтерия завизировала? Конечно, их виза на нашем экземпляре. Саша, мне кажется, мы провели очень изящную партию. Изящную, говоришь? Угу. Мы не смогли их уничтожить, поэтому покупаем. Значит, Вадик, и ты называешь это победой? Саша, какая разница? Какая разница, если эта сделка абсолютно выгодна? Сделки не будет. Отзывай наше предложение. Саша! Так, здесь будет мясо, салатики по бокам. Ага. Так, Леся, ты поставила шампанское в холодильник? Поставила. Так, Таисия Константиновна, я хотела сказать, что мне надо отойти. То есть как отойти? У нас же праздник, это особенный день. Это надо отметить, я вернулась в профессию. Сейчас вернется Наташа, и мы начнем пировать. Я вас поздравляю. Спасибо. О, вот она. Наташ, ну, как прошла твоя встреча? Я надеюсь, этот Акимов полнит после твоей блестящей речи? Нет, мам, пала только я, причем с треском. И я не хочу об этом говорить. Ну, знаешь, Наташ, как бы то ни было, но ты сделала все, что могла. И ты до последнего не сдавалась. Так что ты у меня самая умная, самая сильная, самая красивая, настоящий боец. Ты всегда говорила, что я не боец. Ну, ты сумела меня переубедить. Я тобой горжусь. Правда? Да. Ну, поплачь, поплачь, поплачь. Поплачь, моя девочка. Поплачь, моя милая. Можешь Нине позвонить. Моя девочка дорогая. Оливье! Оливье! Вот. На билет должно хватить. Машери, ну я не могу брать у тебя ляржан. И вообще без тебя я никуда не поеду. Ну что ты, что ты? Оливьеша, бери. Как ты тут будешь? Без денег, без телефона. Нет, там уже родители, наверное, волнуются. Бери. Мон амур, Лесья. Мон папа, ты очень понравишься. И маман уси. Я немедленно высылаю тебе инвитацион о Марсей. А чтобы я не был, как жиголо. Вот. Монтре? Это очень дорого. Ух ты! Ёж твой клёш! Я такие часы в журнале видела! Они же очень дорогие. Куча денег стоит. 10 000 долларов, наверное. Ой, а вдруг я их потеряю? Ничего страшного, я куплю тебе другие. Так. Ну что, Натали? Давай выпьем за успех, Таисия Константиновна. Таисия Константиновна, вздрогнем. Не хлопочи лицом. Где стол был явств, там гроб стоит. Так, девочки, я думаю, что вам нужно посекретничать, а я пойду спать. Нина, я не знаю, что мне делать. Так, подожди. Надо. Спокойно. Ты уже сделала все, что ты могла. Но, может быть, Акимов еще не будет закрывать завод. Зачем ему три наших коллеги? В такие моменты прям даже не знаешь, чем утешить.
хорошо. Все, переключаемся на личную жизнь. Как там твой этот фотограф? Не, мой фотограф есть Акимов. Я не знала, что он Акимов. Он не знал, что я Баранова. Подожди, Ната! Ничего себе! Я думала, такое только в кино бывает. Я тебя умоляю, наши сценаристы до такого не додумаются. Ты что, и что, ты хочешь сказать, что он не пошел тебе навстречу? Ты знаешь, что он решил? Что я изначально знала, кто он такой, встречалась с ним по расчету. Ты можешь себе такое представить? Можешь меня поздравить, короче, ладно. Я везунчик. Я в один день умудрилась потерять все. И работу, и личную жизнь. Та-дам! Ну, круто. Да, понятно. Ната, во всем должны быть свои плюсы. А зато ты по Илье больше не страдаешь. О! Класс! Зато теперь я страдаю по человеку, который разрушил дело всей моей жизни. Ура! Трудно с тобой, Ната. Я замуж выхожу. Ну, хоть у кого-то сегодня счастливый день. Ой, девочки, вы знаете, он француз. Миллионер, красавец просто. У его папы собственность в Марселе. Но жить мы будем на Лазурке на собственной вилле. Да неужели? Да. Познакомишь хоть с миллионером-то? Да не получится. Потому что мой Оливьеша улетел во Францию. Пришлет мне туда приглашение и билет. Так что, Наталья Павловна, ищите мне замену, я, знаете ли, скоро увольняюсь. Слушай, дорогая моя, ну ты пока не уволилась, ты завтра, пожалуйста, забери вещи из химчистки, купи продукты и отведи маму на маникюр, я тебя прошу. Ой. Наталья Павловна, знаете, я вам тут еще кое-что хотела рассказать, что вот у моего Оливьеши, у него столько всего случилось, и вот так произошло, что его ограбили. И да, и все деньги вытащили, все-все-все, все карточки, вот. И так получилось, что вот те деньги, которые вы оставили на хозяйство, я их ему как бы одолжила. Но я и свои тоже добавила, так что все хорошо. Леся, ты отдала наши деньги какому-то проходимцу? Ой, мама, ты не спишь. А как я могу спать? Как я могу спать, когда у тебя на глазах твоя домработница тебя обворовывает? Да ну да, Ася Константиновна, ну погодите, ну что вы сразу, ничего и никого я не обворовываю. Я просто в долг дала, понимаете? А мне вот Оливьеша свои часы швейцарские оставил. Вот, пожалуйста, возьмите. Подарил? Да, за 10 тысяч долларов. Швейцарские? Да. 10 тысяч? Да. Ага. Made in China. И Жошу Мадинчина. Ты их ни за сколько вообще не продашь. Тебя обманули просто как последнюю дурищу. Наташ, я надеюсь, может быть, на этот раз ты все-таки уволишь ее, а? Ну, Таисия Константиновна, что вы сразу начинаете? Ну, как так обманули? Ну, я же хотела как лучше. Наталья Павловна Рудникова, меня простите, я все отработаю. Честное слово, я все отработаю. Наталья Павловна, ну вы же меня знаете. Ну, хотела как лучше. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Павловна. Говорите быстро, я спешу. Я хотела бы отказаться от бонуса и очень прошу распределить его между сотрудниками завода. Какого бонуса? От сделки с новой эрой. Разве ничего не знаете? Они вчера вечером отозвали свое предложение. Как отозвали? Вы серьезно? Более чем. Будьте готовы в четверг отчитаться по продажам и предоставить новый бизнес-план на следующий год.
Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я вам чем-то помочь? Да, мне бы Наталью Павловну увидеть. Она сейчас занята. Я думаю, она найдет для меня время. Прошу. Да. Наконец-то. Привет. Привет. Опять не отвечаешь на звонки? Открыть бутик в Москве – это круто. Поздравляю. Спасибо. Предлагаю отпраздновать. Леш, ты, наверное, не понял, но мы с тобой… Я понял, что между нами все кончено. Дружеское участие тоже под запретом. Но я не могу тебя угостить. Все-таки во всем этом есть и моя скромная заслуга. Заслуга есть и немалая, и я тебе за все очень благодарна, но я сейчас действительно не могу, я работаю. Пойдем. Отпразднуем твою победу над новой эрой. Наташа, никуда не убегут твои таблицы. Пойдем, об этом уже весь рынок гудит. За самую прекрасную и невероятную женщину, которой удалось сделать невозможное. Ты знаешь, Илюш, у меня такое ощущение, что как только я сделаю что-то одно невозможное, меня сразу же за поворотом ждет другое. Нет, честно, не жизнь, а какая-то гонка на выживание, бег с препятствиями. Как тебе удалось отменить сделку с Акимовым? Первый раз за всю историю новая эра отказалась от такого лакомого куска. Я отдала им взамен кусок себя. А они, видимо, им просто подавились. Так что вот теперь сижу, праздную пиррову победу. Вообще все, конечно, непросто. Один бутик – это хорошо, но надо открывать еще. Это значит, надо увеличивать продажи, искать новые торговые площади, арендовать помещения, нанимать новый персонал. Целая эпопея. Ну, кому я рассказываю. А денег на это ноль. Тебе нужны инвестиции. Серьезно? Спасибо, что напомнил, я в курсе. У тебя есть шенген? Мне кажется, должен быть. Мы с мамой на выходные весной ездили в Прагу. А что? Наташа, у меня к тебе деловое предложение. Подчеркиваю, деловое. Я на днях лечу в Париж на международный парфюмерный конгресс. Полетишь со мной? Илюш, мы с тобой это уже обсуждали. Ты не отказывай сразу. Я познакомлю тебя в Париже с людьми, которые грамотно инвестируют в парфюмерный бизнес. Я уверен, что среди них найдутся те, кто заинтересован в российском парфюмерном рынке. Это именно то, что тебе сейчас нужно. Подумай над этим. Илюш, привет. Наталья Павловна, ну что, давайте стрелочки вам нарисую. Все-таки в Париж летите. Леся, Леся, ну какие стрелочки? Ну, стрелочки рисуют только женщины легкого поведения. Да вот и нет. Между прочим, это писк моды. Да, да ладно, я в журналах читала. Не галдите. Так, пробники взяла, проспекты взяла, что еще? Вот кофту возьми теплую. Мам, угомонись. Посидим на дорожку. Ну все, давайте, ага. Ой.
Ну что, с Богом? Mm-hmm. Давайте, все. Наташа. Все, Наталья Павловна. Наташенька, ты прилетишь, немедленно позвони. Ну, конечно, мам. Да позвони, позвони. Пока. Все, Наталья Павловна, с Богом. На кого? Хорошо, на кого она меня оставляет? Боже мой. Это никуда не годится. Александр Константинович, вы сформулируйте, пожалуйста, задачу четко и ясно, и мы ее выполним. Я, по-моему, месяц назад все сказал. Нужны новые креативные идеи. Новые оригинальные ароматы. Ну куда еще яснее-то? Вы, конечно, меня извините, но моя область – это воспроизводство уже существующих ароматов. И мне кажется, я до сих пор неплохо справлялся со своими обязанностями. Очень правильно подметили. До сих пор. Потому что с этого момента вы уволены. Понятно? Эй, Полина, закажи мне такси. Куда? В Шереметьево. Завтра открывается парфюмерная выставка в Париже. Поеду выбирать себе нового главного технолога. Да. Илья совершенно не изменился. А шо? Вообще-то он мужчина-то видный. Лесь, не шокай. Он, конечно, мужчина видный, но Наташа его больше не любит. Да ну не знаю. И шо ее не устраивает? Она изменилась. Любви возврата нет. И мне как будто жаль бывалых радостей и дней любви бывалых. Мне не сияет взор очей твоих усталых, не озаряет их таинственная даль. Ой. Красиво? Красиво, Таиска. Ну и пошли чай пить. Понравишься в Париже? Прилетим, сразу поедем в мой любимый ресторан. Хорошо. Спасибо, Макс. Наберемся. Сейчас. Thank you.